А сколько стоят вот эти вот гигантские печенюшки с изюмом? С изюмом дорого. Эспрессо и вафли. Кофе и вафли. Да. Понятно. Собак, ты чей такой, а? Эй, ты чего облизываешься, голодный? Есть хочешь? А, на половинку-то мне. Ты что? Будешь еще? Остановка Южная. О, блин. Следующая остановка Индустриальная. Стой! Всем доброе утро. Доброе утро. Почти всем спали. Запускаю по одному. Хорошо. Здравствуйте. Доброе утро. Я не люблю фразу «мы вам позвоним», поэтому скажу честно, мы вам звонить не будем. А я что, вам не подхожу? У меня же большой опыт. 7 компаний. Угу, 5 из них за последний год. У вас большие проблемы с лояльностью. Всего доброго. Что? Нам нужны энергичные, целеустремленные сотрудники. Вас не устраивает мой возраст? Ну что вы. Закон запрещает отказываться искателю, исходя из его
возраста, пола, беременности или наличия детей. Только ваши профессиональные качества. Ваше знание английского, извините. Знаете? Знаю, поэтому и занимаю эту должность. У вас прекрасное резюме, ваш парень может вами гордиться. А я что, не написала? Я месяц назад вышла замуж. Мы как раз из свадебного путешествия приехали. Потрясающая новость. Что может быть прекраснее, разве что рождение детей, да? Да, мы с Пашей очень хотим. Так что у вас с английским? Остановить на остановке, пожалуйста. Остановка Олимпийская. Спасибо. Следующая остановка бизнес-центр. Пойди, извините. Куда? Туда. Куда? На собеседование. Фамилия? Моя фамилия слишком известна, чтобы ее называть. Скачков вон нет. Скачков? Вы опоздали. Да ладно, начальство не опаздывает, начальство задерживается. Будущее начальство. Привет. Вот. Тонь, у тебя что-то срочное? У меня вообще-то собеседование. Да? А Маша говорит, ты уже всем отказала. Понятно. Я вот думаю, может, надо как-то помягче с ними. Ну, ты же не астронавта НАСА ищешь. Боже, какие все нежные. Пусть дома тогда сидят. Мне на эту должность нужен стрессоустойчивый сотрудник. Мужик тебе нужен. Пожалуйста, не начинай. Вот только не сейчас. Мне некогда думать о мужиках. А пора было бы. Пора подумать. Ты вообще рожать собираешься? Ну, когда мне рожать? Вот я пока с кем-то познакомлюсь, пока с ним поживу, пойму, что он вменяемый, потом мне нужно как-то забеременеть, выносить, родить, и мне будет уже 40 лет. Потом еще с пеленками этими возиться. Ну, у других как-то получается. Ну, они сидят, другие. Ты не знаешь, случайно, как родить сразу взрослого? Усынови. Очень смешно. Ну, а что? Очень удобно, смотри, он ест, сразу все то же самое, что взрослое. С пеленками возиться не надо. А главное, задница и грудь останутся той же формы. Марина Сергеевна, там еще один опоздал, звать? Кто? Мужчина. Симпатичный. Ну вот, присмотрись, кстати. Так, девочки, вам работать не пора? Угу. Угу. С тебя отчет. Давай, приглашай. Маша, ты проследи, чтобы Марине Сергеевне никто не мешал. Вдруг это тот самый... кандидат. Расскажите о вашей предыдущей работе. Вы там проработали 6 лет? 7. Почти 7. Начинал с обычного продавца, а потом быстро поднялся до директора по продажам. И благодаря мне, в принципе, фирма и вышла на новый, высший уровень. Впервые я не слышу. Вы знаете, я в вашей конторе тоже только вчера услышал. Это не контора. Да, простите. А рекрутинговое агентство. Конечно. Просто вы о нашей фирме не слышали, потому что она занимается нишевой продукцией. Это такие дроны. Такие летательные аппараты, которые с пультика управляются и... Не утруждайте себя, я прекрасно знаю, что такое квадрокоптеры.
Но помимо квадрокоптеров есть еще бикоптеры, трикоптеры, пентакоптеры, гексакоптеры, октакоптеры. Достаточно, я поняла, что вы разбираетесь. Интересная была работа. Очень. Почему ушли? Перерос просто эту работу. Взял от нее все, что можно было, и решил развиваться дальше. Окей, меня уволили. Вот с этого места давайте поподробнее. Хорошо. И самое главное, друзья мои, управление почти интуитивное, синхронизируется с любым мобильным телефоном. Была презентация дронов. Толпа народу, куча людей, куча, открытая территория, улица. И вдруг я вижу, маленький ребенок плачет. Слезы текут просто ручьем, а я слезы и ребенка, все, это капец, это просто капец. Так, вот эти слезы разбивают мне сердце. Что случилось? Скажи мне, что такое? Барсика собаки на дерево загнали. О, боже мой, кто такой Барсик? Боже, боится слезть. Не переживай, чего ты? Ты знаешь, чего больше всего на свете боятся кошки? Собак. Пылесосов. Ну, у меня есть кое-что пострашнее пылесоса. Смотри, я понимаю, что надо взять коптер, подлететь, спугнуть кошку. А мы же знаем с вами, что коты дронов боятся побольше, чем пылесоса. Все будет нормально, ребенок перестает плакать. А наш шеф Нахманович, он там тоже был, он говорит, нет, не сметь. Что случилось? Чего не работаем? Да, пытаюсь же кота с дерева спустить. Собаки загнали, сейчас его пугану. Это заканчивать. Ты давай тут делом занимайся. Я говорю, Нахманыч, все будет в порядке. Беру дрон и так подруливаю к дереву и так делаю. До сих пор я только сейчас думаю, почему он не отогнал машину от дерева. Ну ладно, бог с ним. Дрон 3000. Лобовуха 4000. Кота спасли. Смешно, правда? А что именно вам смешно? То, что вы нарушили приказ начальства? Ну, котика-то спустили. Диплом о высшем образовании где? Где? Нет диплома? Наверное, дома забыл. Ну, серьезно сейчас? Я с последнего курса ушел. Это же не главное, правильно? Как говорят при приеме на работу, забудьте все, чему вас учили в институте, так? Просто дайте мне шанс, у меня сейчас период такой, потом еще почти 10 штук должен за коптер и лобовуху. Вы же понимаете, что ваши финансовые проблемы не являются дополнительным преимуществом при приеме на работу? Вы же понимаете, что пару тысяч с первой зарплаты будут являться для вас дополнительным преимуществом? Так я взятку предлагаю. Пошел вон. Я пошутил. Пожалуйста, мне очень нужна эта работа. Охрану? Пожалуйста, не надо охраны. Да, забирайте. Ну, ладно, я сам. Да. Да, с ним все в порядке. Делайте все, что нужно, я сейчас буду. Мам, да все у меня хорошо. Нет, питаюсь чудесно. Мам, да в квартиру переехал новый, потому что в старой тесно стало. Какая девочка, мам? Твоим девочкам сейчас только деньги нужны. Ладно, я на совещание позвоню. А ты все здесь сидишь, да? Ладно, жди. Чего собаку не забирают? Какую? Вон, ретривер вон сидит. Где? Вот. Да я же ее прогнала. Вот скотина. Всех покупателей мне разогнал. Это псина Семеновича. Дед из соседнего двора. Вечно с ней ходит. Че надо? Ничего. Что хотел? Ничего.
Сейчас его здоровью ничего не угрожает, но нервы надо поберечь. Сердце такая штука, в следующий раз скорая может не успеть. Он всегда был таким, у него характер. Я не знаю, что мне с ним делать. Попробуйте его чем-то увлечь. Умеренные физические нагрузки, спорт. Да не про моего папу. Он когда работал в органах, нагрузки было хоть отбавляй. Я сейчас его лишних 5 метров не могу заставить пройти. Ну, значит, нужны положительные эмоции. На рыбалку пусть ходит. Фильмы любимые смотрит. С внуками почаще видится. Я сказал отставить! Мне еще клизму поставить! Поехали отсюда. Поехали, пока эти коновалы меня совсем не угробили. Спасибо большое, всего доброго. За что ему спасибо? Поехали! Спустите, пожалуйста. Пап, я помогу. Я сам. Папа, ты можешь мне сказать, что произошло? Ничего не произошло. Карта не идет, и Петрович мухлюет. Это не смешно. У меня кроме тебя никого нет. Вот именно, никого нет. Может, пора о семье подумать? Я спокойно помереть не могу. Я тебе что, одно осталось? Что за глупости? Какой помереть? А я не вечный, я могу внуков не дождаться. Пап, при чем здесь внуки? Тебе сейчас нужно думать о здоровье. Пообещай мне, пожалуйста, что ты завязываешь со своими картами. Так, давай, баш на баш. Ты мне хотя бы одного внука, а я завязываю с картами. Давай, баш на баш. Ну, пап. Тогда извини. Все, поехали. Давай, давай, заводись. Поехали. Извините, а вы из этого дома? Да. А, собака. Я думал, у тебя дворняги загрызли. О, вы знаете, чья это собака? Семёныча. Так, и где мне найти Семёныча? На кладбище. Умер он. Вчера похоронили. Соболезную. А родственники у него есть, чтобы собаку забрать? Так родственники эту собаку и выгнали. Там такие живоглоты, уже и в квартиру въехали. Жалко собаку на улице бросать. Не надо на меня так смотреть. У меня дома 3 кошки. Как зовут его, знаете? Да никак. Семёныч так его и называл. Собака. Что же мне с тобой делать-то, а? Нет. Нет. А! Рики. Рики он его называл. Спасибо. Пойдем. Тихо, тихо. Стой. Значит так, слушай меня внимательно. Туалет только на улице. В доме ничего не грызть. Никто не должен знать о твоем существовании. Есть хочешь? Да. Фу. Ну-ка. Какой ты вонючий. Ну-ка, пойдем. Идем в ванную. Пойдем. Иди сюда. Заходи. Вот. Вот так. Ой, ты мой. Серега, привет. У тебя вода есть? Есть. А у меня отключили. Ну, надо долг погасить. Стрельнешь 20-ку? Опять взносы на алкоголизм? Ну, почему сразу алкоголизм? Клянусь за воду отдать. Валер, ты скоро? Это что, собачка завел? А Михайловна знает, да? Это телевизор. Телевизор.
Ну, телевизор такой. Не будет 20-ки, а? Нет. Хорошо, я сейчас Михалыне позвоню. Может, она даст. Подожди. Чего? Не наглей. И давай договоримся, Михаил, ни слова. Я могила. Как люди ко мне, так и я к людям. Вася! Петрович! Я вернулся. Пока. Петрович! Папа, я тебя провожу. Отставить, я сам. Тогда я вечером приеду, проверю. Марусь, послушай, мне нянька не нужна. Так что займись своими делами. Отдохни дома, ванну прими. Там, ну, в бар сходи. Какой бар? Ну, мужики, они ведь не тараканы. Они сами в доме не заведутся. Папа, никаких карт. Правильно. Правильно. 5 минут. Какая же вы все-таки умница, что решились на это. Вы не представляете, но многие не решаются брать детей из интерната. Да я сама еще до конца не уверена. Поверьте моему опыту, то, что вы задумались над этим, это уже большое дело. Я сейчас вам соберу список документов, а вы сами потом решите, хорошо? Да. Марина, Ира, что такое? Почему не в столовой? А ну быстро! Быстро, 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 быстро! Привет. Что читаешь? Здрасте. Вот. Ух ты, «Белый клык». Это очень хорошая книга. Про настоящую дружбу и любовь. Почему? Его тут никто не любит. На цепи держит. Ты до конца дочитай. Не выйдет. Почему? О. Это Денис, наш вундеркинд. Очень умный мальчик. Учится на отлично, английский знает лучше многих старшеклассников. Правда? За что не возьмется, все у него получается. И только одна беда. С родителями не сложилось. Живет всю жизнь без них. Ну, это я понимаю. У меня тоже мама рано умерла. Папа всю жизнь на службе. Нет. Семья неблагополучная. Так, ну я думаю, с вашей работой и с вашим уровнем зарплаты проблем с усыновлением не будет. Только есть один нюанс. Какой? Ну, вы не замужем, а предпочтение отдают полным семьям. Понятно. Вы не переживайте. Это всего лишь предпочтение. Так, Майский, Веселкин, а ну-ка успокоились. Спокойно, пошли. Спокойно, я все вижу. Денис, рада была познакомиться. Я тоже. Пока. Сколько вам здесь? Опыт работы более 7 лет, поэтому предложений хватает. Выбираю самое подходящее. Конечно, могу подъехать в любое время.
Сейчас только сверюсь, нет ли у меня встреч. График открою. Раз. Сколько? Ничего себе. Вы знаете, повезло, свободен. А с собаками к вам можно? Просто мне не с кем своего оставить. Что значит до свидания? Алло! Что так животных-то не любить? Тебе что, работа нужна? Давай ко мне, у меня как раз продавец уволился. И собакой ко мне можно. Чтобы я, человек с почти оконченным высшим образованием, работать в рыбной лавке? Да. Никогда. Какая рыба самая дешевая? Фиг. Сергеевна, да? А можно я раньше уйду? У меня у крестника день рождения, он расстроится, если я опоздаю. Да, конечно. Спасибо. Так я побежала? Угу, беги. Беги, 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 беги. Высшее образование почти законченное. Нет, все равно это не подойдет. Сюда можно сходить. Тихо, 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 тихо. Ты не отстанешь, да? Нет. Опять денег в долг хочешь? Ну, почему в долг? Так. Ну, это уже наглость. Наглость – это без разрешения собаку притащить в чужую квартиру. Работу надо искать. Значит, будем с тобой питаться на помойках. Службы по делам детей до сих пор ответа нет. Да не переживайте вы. По закону есть 10 дней. Вот они рассматривают 10 дней. Было бы 30, все 30 рассматривали бы. Ну, я же госучреждение. Хм. Не все госучреждения.
некоторые. Ну, а с другой стороны? С другой стороны, это как бы имеет смысл. Ну, вот знаете, как в браке, да? Дается месяц на подумать. Ну, прежде чем расписать. Ну, а вдруг люди передумали? Браки сейчас за день регистрируют. Так тоже муж. Его бросить можно. А ребенка бросать — грех. Ничего, суд. Ну, суд. Суд – это вообще формальность. Главное, чтобы пришло уведомление от службы. Любовь Николаевна, а что такое уведомление? Денис, а ну-ка вышел из кабинета, ты что, подслушиваешь? Денис, стой. Смотри, я тебе книжку принесла. Со всеми страницами. Нравится? Круто. Спасибо. Пришло. Ну вот. Можно. Ну, а еще мы хорошие. Ну, что ты стоишь? А? Помогай. Опа. А что эта псина рыбу жрет? Я что, разрешал? Это отходы. Какие отходы? Ты что, нормальный кусок? Собакам мне всю рыбу можно, только лососевые. Ты у меня сегодня без зарплаты будешь. А ужинать на что? Кильки возьмешь, немножко. Я прошу прощения, вы не могли бы переставить машину? Это мое место. Я что-то не видела здесь знак «инвалид». Слышь ты, хамло, тебе перегидроль в голову ударила, а машину переставь. Женщина, там за углом есть бесплатная парковка по пенсионному. Чучундра. Шкерман, ты? Ярославская. Угу. Привет! Ну ты бомба вообще! Привет! Чучундра, я тебя так в школе назвала! Я помню! Ну шутки шутками, а машину переставь, пожалуйста, это не школа, можно и по голове получить. А, да? Да. Ты тогда стой здесь и никуда не уходи. Ярославская, переставь машину! Бегу, бегу! Ух ты! И ты сюда? Нет. Это ты сюда. Вы ко мне, гражданка? Да, к вам. Проходим. Давайте. Что-то долго ты сегодня. Денег я сегодня не заработал, так что приходите завтра. А меня кем-то сегодня ждут? Подождут. Присосался, пиявка, шантажист. Вот ты, значит, как. Не нравится? Иди работай. Алконавт. Чучундра, ты ко мне? Да. Да заходи, чего спишь? А я смотрю, Ярославская, ты не замужем? А как же Виталик? Какой Виталик? Ну, Виталик. А, Виталик. Так мы расстались сразу после школы. Ты что, сохнешь по нему до сих пор? Да если бы не ты, мы наверняка бы поженились. О, Господи. Ты что, до сих пор злишься? Я? Нет. Но вынуждена вам отказать. Нет.
Нет, ты не имеешь права, у меня все документы в абсолютном порядке. Дорогуша, у тебя не полная семья, а значит, окончательное решение о праве на усыновление остается за мной, ясно? Ну прекрати, чтобы между нами ни было, ребенок здесь ни при чем. Вот именно, ребенок здесь ни при чем, поэтому ребенок должен жить в нормальной полноценной семье. У меня есть мужчина. Мы много лет вместе, просто не расписаны, как-то не торопились. Да в таком случае вам нужно поторопиться, пока мальчика не усыновил кто-нибудь другой. Все, часы приема окончены, до свидания, до новых встреч. Да, конечно, спасибо. До свидания, до новых встреч. Мужчина у нее есть, конечно. Так и будешь молчанку играть? Или все-таки расскажешь, что у тебя произошло? Да все в порядке, пап. Пап, давай лучше ты мне признавайся, как ты себя чувствуешь. Ты знаешь, я буду чувствовать себя еще лучше, если ты расскажешь, что у тебя случилось. Тебе не очень понравится то, что у меня произошло. А ты не решай за меня. Я хочу усыновить ребенка. Взрослого. И не надо меня, пожалуйста, отговаривать, я уже все решила. Никто не собирается, ты же упертый, как баран. Есть в кого. Это все? Нет, не все. В службе по делам детей мне отказали. И чего вдруг? А потому что, оказывается, для того, чтобы усыновить ребенка, нужен муж. А мужа у меня нет. Ну, я думаю, для тебя это не проблема. Это как раз проблема, папа. Ну, я не знаю, найди себе какого-нибудь такого в интернете вашем. Потому что я в этом вопросе тебе не помощник. Спасибо, это очень оригинальный совет. Можно уже? Да, пожалуйста. И мне плесни. Кошмар какой. Одни лысые. Надо же. Какие люди. За опоздание. Подождите, вы же сами меня вчера задержали, вот и проспал. Слушай, тебе что-то не нравится, ищи работу, где можно с собакой. Так, ладно. Да. Доброе утро, это Марина Ярославская из рекрутингового агентства. Вы к нам обращались. Вопрос вашего трудоустройства еще актуален? А, ну я готов рассмотреть ваше предложение, если оно окажется выгодным. Вы даже не представляете, насколько. Вы сейчас в офис к нам можете подъехать? А, постараюсь. Я увольняюсь. За углом дешевле. Марина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, Маша. Я знал, что вы передумаете и перезвоните. Сергей, давайте перед тем, как вы сделаете какие-либо выводы, вы сначала присядете и внимательно меня выслушаете. Я помню, как сильно вы нуждаетесь в деньгах и хочу дать вам возможность заработать. Это не официальная работа в офисе, как вы могли подумать. Фриланс? Нет, не перебивайте, пожалуйста. Это не фриланс, это не совсем работа, но все вполне официально. Я хочу предложить вам сделку. Я вам заплачу 10 000 долларов, а вы на мне женитесь.
Шутка классная. Работа какая? Давайте еще раз попробуем. Дело в том, что я хочу усыновить ребенка из детского дома. Для этого мне необходимо официально состоять в браке. А, вы хотите, чтобы мы с вами, типа, женились, что ли? Только без всяких типа. Вы женитесь на мне. Как только я забираю ребенка, мы с вами разводимся, и вы забираете свои 10 тысяч. Прикольно. Надо подумать. Нет времени думать. 12. Что? Рыночная стоимость за такую работу – 12 тысяч долларов. Извините. Срочный звонок. Инна Михайловна? Ты какого черта притащил мне собаку в квартиру, а? Какая собака? Не придуривайся. Мне соседи все рассказали. Этот алкаш, вы его слушаете больше, но вам скажут, что крокодилов дома держу. Ты мне не врешь? Ну нет, что вы. Инна Михайловна, это ненадолго. Конечно, ненадолго. У тебя есть 2 дня на выселение. Я согласен на ваше предложение. 8. Что? Рыночная цена за такие услуги внезапно опустилась до 8 тысяч. Объявляю вас мужем и женой. Ребята, фото на память. Нет, не надо, спасибо. Да ладно, давай поцелуемся. Нет. Для кадра. Для кадра. Нет, да нет, нет. Да? Здравствуйте. Ярославская. Не ожидала тебя так скоро увидеть. А это Сережа. Мой муж. Садись, Сереженька. Я о нем тебе рассказывала. Здравствуйте. Здравствуйте. Кстати, я посоветовалась с юристами, и они сказали, что если все документы в порядке, но вдруг будет отказ, можно будет обратиться в суд. Ну и как давно вы вместе? 5 лет. 5 лет мы вместе живем, встречаемся, замужем, конечно, первый день. Как ты и просила. Не скажу, что рада, но поздравляю. Мам. Ой, а у Сереженьки есть официальное место работы? Я что-то справочки не вижу. Нет. Есть. Сереженька, ну у тебя же через месяц заканчивается испытательный срок, и работа станет официальной. Официальной. Значит так. Вы не конфеты в магазине покупаете. Вы усыновляете живого человека. Я что-то смешное сказала? Я даю согласие, но с испытательным сроком. В смысле? В смысле, я буду к вам приходить с регулярными проверками. Как долго будут длиться эти проверки? Недолго. Год. Год? Год, простите, вы сейчас сказали год? Да, да, Сереженька, ты не расслышал просто. Спасибо вам большое. Если у вас какие-то проблемы, то пожалуйста. Нет, что вы, никаких проблем. Нас все устраивает. У нас просто еще очень много дел. Пойдем, мой дорогой, пойдем. Я догоню. Всего доброго. Спасибо. Подожди. Это реальная проблема. Договор был какой? Пожениться, усыновить ребенка, развестись. Какой нафиг год? Думаешь, я мечтала видеть твою физиономию так долго. Сейчас едем в ЗАГС и по-быстренькому разводимся. Ты меня бросать собрался? Они ребенка заберут, если я одна останусь. Ничего, одной тоже хорошо. Ах ты ж, Кобелина! Не переживай, дорогуша, ты справишься. Я одна 3 сыновей на ноги поставила. Да давайте мы как-то сами разберемся. Я не собираюсь терять с тобой год. Я вообще не знаю. Жалко, 8 тысяч долларов. 10.
12? 10. До скольки ЗАГС работает? Ладно, 12. Пойдем домой, нам нужно еще уборку сделать. А уборочку ты давай сама начинай делать. Мне за вещами надо. Адрес смс-кой скинь. 12. Обезьяны труд сделал человека, а из меня уставшую женщину. Так, стоп. Это что? О, ничего себе квартирка! Ты что, банки грабишь? Ты его зачем с собой взял? Ты не мог его там оставить? Да нет, там больная хозяйка, еще заразит чем-нибудь бедное животное. А куда ты в обуви зашел? Я полдня здесь убирала. Расслабься. Рики, тебе здесь нравится? Собака здесь жить не будет. Собака, мы уходим. Куда? На улицу. Куда он, туда и я. Ладно, пусть остается. Что? Пусть остается. Это что, еще одна комната? Ладно, сквозной проход. Ничего себе спаленка. Эй, ты куда залез? Уйди с дивана. Что у тебя, золотой, что ли? Не тебе, я собаке. А, давай. Давай, поднимайся, уходи. Ничего себе. Значит так. Давайте мы с вами сразу договоримся. Это мой дом, и здесь мои правила. Во-первых, без спроса ничего не будет. Во-вторых, раздуваться сразу у входа. В-третьих, собаку после прогулки в душ. Сразу договоримся. Это мой дом, и здесь мои правила. Во-первых, без спроса ничего не брать. Любовник пока муж дома? Понятия не имею. Черт, это ж Керман. А? Это ж Керман. Света. Из службы мы только что у нее были, она выдала нам разрешение. Чего она хочет? Прячь собаку. Зачем? У нее прививки от бешенства есть? Или паспорт ветеринарный? И, может, она вообще кусается? Да ты посмотри, милейшее существо. Это тебе известно. Для Шкирмана это лишний повод придраться. Чего вы с ней не поделили, а? Это сейчас не важно. Убирай свою дворнягу. Это не дворняга, это золотистый ретривер. Давай, убирай золотистого ретривера. Ярославская, открывай, я знаю, что ты дома. Ты это, ты меня не позорь. Сиди тихо, не шали. Че стоишь? Открывай! О, привет! Hello, hello, Ярославская. Не ожидала? А что, мы что-то забыли дооформить? Нет, нет, все в порядке. Я просто здесь проходила мимо, да, и думаю, посмотрю, как вы здесь. А ты собралась куда-то уезжать? Нет, это Сереженькины вещи. Привет. Виделись. Что? Так я не поняла, вы что, только сегодня съехались? Нет, Сереж просто решил разгрузить квартиру, выбросить старые вещи. Сама понимаешь, ребенок, новая жизнь. Да. Все понимаю, молодцы. Кстати, а мальчики? А где ребенок? А мы его только завтра забираем. Сегодня весь день убирали, готовили. Похвально. Кстати, у нас разуваются. О! Отличные соксы. Да. Даже не представляю. Это же сколько взяток на работе надо взять, чтобы жить в таких хоромах, а? Да я тоже думал, на банке грабит. Ой!
Ой, а у вас что, собака? Ня-ня! Золотистый ретривер. Правда? А у меня такса черная кобель, так я ее кастрировала. Так я сейчас не шучу. У вас что, собака? Это у алкашей сверху. Они жрут водку, а собака голодная. Что вы говорите? В элитном доме и алкашня. Да, к сожалению. Это что такое? Третий год там установили, Сережа никак не может привыкнуть. Свет, если вдруг у тебя все, нам завтра забирать ребенка и еще куча дел. Да поняла. Ухожу. Ухожу. Бегу, бегу. Качельку видели? Кстати, о вещах. Я же занимаюсь центром для малоимущих. Курирую. Вещи могу забрать туда. Какие вещи? Сереж, ты же все равно их собрался выбрасывать. Ну. А, как я сам не додумался. Я завтра сам и отвезу. Да, Свет, Сереженька сам. Ребят, вам заняться больше нечем? У вас дел нет? Я все равно туда еду. Просто помогите мне отнести вещи в машину. Я настаиваю. Ой. А вот этот вот рюкзачок я оставлю. Ну что вы, я вас умоляю. Новая жизнь, новые вещи. Подержите. Оп. Оп. Я сама. Дверь открой, не ты. Ну что, Ярославская, еще увидимся. Всего доброго. Это был мой любимый рюкзак. Это что еще такое было? Ну ладно, она спросила про вещи, я ляпнула. У меня теперь нет вещей. Так только девочки говорят. Я тебе не девочка. Ладно, купим мы тебе вещи. Хорошо. Обувь. Повесь. Куда? Туда. Это что это такое? Это комната Мелкого, что ли? Не Мелкого, а Дениса. Нравится? Что здесь может нравиться, а? Беленькое, все чистенькое такое. Ни тебе ни плазмы, ни Соньки. Какая еще Сонька? Ну как? Сонька, плойка, приставка. То, во что нормальные пацаны шпилятся, чтобы в школе не чморили. Мой сын не будет шпилить ни в какие Соньки. Он умный, образованный мальчик. А игры разлагают дисциплину и вызывают зависимость. Это жизнь, детка. А если вдруг его кто-нибудь будет обижать, я сама там всех зачморю. Есть хочешь? Я весь день ничего не ела. О, я бы... Мы тоже с собакой ничего не ели. Собака. Собака. Рики! Твою ж бабушку. Ты что наделал, а? Что там случилось? Все хорошо, все нормально. Пойдем. Зачем ты это сделал? Это были мои любимые туфли. Чтоб завтра этой дворняги здесь не было! Это золотистый ретривер. Фигурка бомба. Ты больной? Здоровый, даже справка есть. Выйти из моей спальни немедленно. Вообще-то я думал, это наша спальня. Кровать огромная. Тут даже собака поместится. Перебьете. Я тебя постелила на диване, и не вздумай там спать с собакой. Я планировал спать с тобой. Но все-таки
Первая брачная ночь? Губу подкати. Тебе тут точно не светит. Может, массаж? Ты очень напряжена. Пошел вон. А это как бы... Собака, вместе спать будем. Так, свидетельство о рождении я положила, справка о состоянии здоровья есть, а акт о знакомстве с ребенком тоже есть. Да, не переживайте, если что-то забыли, мы вернемся, будет повод увидеться. Как же я рада, что у Дениски будет такая хорошая мама. А ты будь умницей, родителей не обижай, понял? Ой, как же я буду скучать. Не плачьте, Любовь Николаевна, я к вам в гости приходить буду. Не буду. Ой! И на 5 минут не оставишь, как бы чего ни натворили. Всего доброго. Спасибо вам большое. Всего доброго. Идем. Ну что, знакомься. Это Сережа, мой муж. Это ваша собака? Это собака Сережи, и сегодня она найдет новый дом, правда? Да, конечно. Марина просто не любит собак и пытается от него избавиться. Давайте его оставим. Он такой классный. А давай мы прямо сейчас заедем в зоомагазин и купим тебе черепаху. Я просто с детства мечтала о собаке. А в интернате животные запрещены. Ладно, пусть остается. Yes. Ну что, поедем? Пойдем. Пока, ребята! Рядом. Сережа, сегодня нужно Дениса оформить в школу. Сможешь? Да не вопрос. Только если это не Хогвартс. Потому что маглам на платформу 9-3 четверти попасть нереально. Что? Гарри Поттер. Ты не смотрел Гарри Поттера? Нет. Тоже не смотрел Гарри Поттера? Боже, я еще на жизнь жалуюсь. Ладно, завтра займусь. Не надо завтра. Все документы я оформила. Школа в соседнем дворе. Дай пацану дом поваляться. Он только откинулся, можно сказать, в интернате срок гонял. Совсем с ума сошел при ребенке. Я пошутил. Все, чтобы сегодня оформились. Шкирман хоть к этому придраться не сможет. Хорошо. Пойдем. Рики. Да ладно. Прям так и сказал? Да не буду никому говорить. Доброе утро. Доброе утро, Петр Доброе Сергеевич. Утро. А Марины Сергеевны нет? Я в кабинете подожду. Давно она вышла? Вчера еще. Как вчера? Угу. Ее что, не было сегодня? Нет. Наверное, что-то случилось. Обычно она вовремя приходит. Проходим. Давай рюкзак. Ну вот. Это наш дом. И здесь мы будем жить все вместе. Нравится тебе? Офигеть! Да я сам вчера офигел. Не ругайся теперь, ребенки. Что я такого? Он у нас вообще-то разувается. Иди мой свою собаку. Рики, иди. Мой руки. Да, Петр Сергеевич. Алло, Мариночка, что случилось? Помощь нужна? Разве что материальная. Говори, сколько. Я сброшу на карту. Я вообще-то пошутила. У вас там точно все в порядке? Да я-то в порядке. Ты где? Еду. Через полчаса буду. Я была у врача. Это просто плановая консультация. Ну, жива уже хорошо. Приедешь, зайди ко мне. Дело есть важное. Нормально все. Кофейку сделай. Как обычно, да? Да-да-да. Везет же некоторым. За меня кто так попереживал. Ну, что там говорила? Плановая консультация? Почему просто искать правду? Потому что будет слишком много вопросов. Я вчера была одиночкой, а теперь у меня есть муж, собака и 11-летний сын. У тебя есть муж. Ты точно справишься? Конечно. Ладно, я на работу. А что насчет моей работы там, где месяц испытательного?
А, я забыла. Угу. Я сегодня узнаю, куда тебя можно пристроить. Надеюсь, ты что-то хорошенькое. Не сомневайся. Денис, пока! 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 Да лежи, лежи! Нравится? Это система «Умный дом». Твоя мама установила правила, без нее руками ничего не трогать. Но правила существуют для чего? Для того, чтобы их нарушать. Можешь покласть. Жрать хочешь? А школа? Да какая школа? Школа подождет, я сейчас что-нибудь приготовлю. А телевизор посмотреть можно? Ты что, издеваешься, что ли? Конечно, можно, врубай! Вратарь быстро обводит мяч в игру. Быстрый переход из обороны Монако не получился. Игроки перепасовываются на своей половине поля, пытаясь выманить соперника. Угу. Ага. Да. Петр Сергеевич. Максим Леонидович, ну вы же нас знаете. Мы номер один на рынке, так что все будет у порядки. Да нет, это из «Бриллиантовой руки», ну там, где Миронов, Папанов и Никулин играют. Да нет, не футбол. Не знаете? Ну хорошо, тогда будем на связи. Всего доброго. 23 год всего уже. Леонидович. А меня до 35 Петрушин звали. Поздравляю. Впервые за 10 лет опоздала. Ну, что врачи сказали? Простите, все в порядке, я готова работать. Вы о чем-то хотели поговорить? Ничего, стоишь, присаживайся. Слышала Globus Hermes. Global? Да. Да, конечно, они лидеры мирового рынка логистики. Хотят с нами сотрудничать. Предлагают эксклюзив на 5 лет. Так что будешь курировать... их. Я? Ну, а кто? Ты лучшая в компании. Компания лучшая в стране. Вывод? Я лучшая в стране? Нет, я лучшая в стране. А ты лучшая в лучшей компании. Что скажешь? Конечно, я только за. Я не подведу, Петр Сергеевич. Ну, да хорошо. Ну, да чудненько. Работать. Работать, моя дорогая. Да. Надо бы работать. Колдуны. Ты смотри, эту тарелку не съешь. Очень вкусно, ну прям, ну вообще. Ну, ты меня мама научила. Она вообще мне повар от Бога. Ты еще мой плов не ел. Мы, когда я был маленький, всегда вместе с ней готовили. А когда она в гости приедет? Ну, надеюсь, что не скоро. Живут они в другом городе, и меня это вполне устраивает. Почему, ты их не любишь? Нет, ну почему? Люблю, просто... Они всегда такие напряженные. Ты чего? Ничего, все нормально. Я же вижу, что-то случилось. Давай, говори. О маме с папой подумал. Я их даже не помню. Маленький был, когда меня бросили. Ты это... Ты не грусти, слышишь? А теперь у тебя есть мы. Мы, конечно, не родные, но мы постараемся ими быть. Эй, я тебе обещаю, правда. Тебя. Спасибо. Ты что, обиделся, что ли? Ты чего делаешь? Посуду мою, как учили. А, посуду моешь? Вообще-то у нас есть посудомойка. Уверен, вы не пожалеете. Пацан умный,
Так что запасайтесь медалями, все Олимпиады выиграет. Олимпиады — это, конечно, хорошо, но... Меня волнует, что скажут родители. В нашей школе учатся дети исключительно из благополучных семей. А мы с женой очень благополучны. Знаете, таких благополучных, как мы, еще поискать надо. А у нас благополучие в наших благополучных лицах написано. Так такой же ребенок, как и все. Он не виноват, что его бросили. Я уверен, такой профессионал, как вы, это понимает. Конечно, вы правы. И тем более родителям же не обязательно знать такие подробности, правда? Денис, что, пойдем знакомиться с классом? Может, завтра уже? Ну, а зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Тем более, вы как раз пришли к последнему уроку. Да, мне бежать надо. Ты спешишь домой, меня нет дома, ключи в кармане. Да, сынок? Да, пап. Он назвал меня папой. Слушайте, как приятно осознавать, что в нашей... В школе такие замечательные директора! Что стало? Живо в класс! Вопрос. Сколько деталей выточил каждый токарь? Сидите. Зинаида Александровна, я на минутку нового ученика вам привела. Дети, знакомьтесь, это Денис Ярославский. С сегодняшнего дня он будет учиться с вами. Продолжайте. Так, тихо, пожалуйста. Пожалуйста, тише. Денис, расскажи нам о себе, нам с ребятами будет интересно послушать. Мне нет. А ну, хватит. Давайте уважать друг друга. Мальчик новенький, ему нелегко. А ты не стесняйся, расскажи, откуда ты к нам пришел. Наверное, из джунглей. Эй, Маугли, ты хоть говорить умеешь? Можно я в другой раз? Да, ты прав. Давай в другой. Проходи, занимай свободное место. Так, приготовили двойные листочки. Вверху пишем: контрольная работа номер 4. Натуральные числа и операции с ними. Не расстраивайся так. Они всегда так с новенками. И надолго это? Не знаю, со мной уже год. Но я привыкла. Меня Ксюша зовут. Денис. Ай! Слышь, очкастая, наконец-то у меня появилась подружка. Так, прекратили разговоры. Приготовила листочек? Денис, ты как новенький, ты можешь не писать. А можно я попробую? Ну хорошо, попробуй. Эй, новенький, если захочешь списывать у очкастой, приготовься остаться на второй год. Первый вариант, второй вариант. Все, время пошло. С собаками запрещено. Это повадили, я без него никуда. Я что, на дурака похож? Да, похож. Где мне его там привязать, а вдруг машина сойдет? С собаками запрещено. А, это ты? Я тебя не узнал. Ладно. Мариночка, привет, мое солнышко. Спустись, пожалуйста, за мной. Спасибо, что помог. У меня с математикой не очень. Ну, значит, тебе со мной повезло. Как ты думаешь, там все правильно? А то мама сказала, что убьет, если я опять плохо напишу. Поверь, мама будет довольна. Слышь, очкастая, у тебя запасные очки для новенького есть? А то он не видит, какая ты страшила. Да, все-таки ученые ошибаются. Оказывается, не устраивался самый маленький мозг. Что ты сказал? А крот не самое глухое животное. Слушай, ты прям какая-то ходячая сенсация. Может, тебя в лабораторию сдать? Ну, для опытов. Ты что, офигел? Может, пойдем выйдем, дебил? Прости, но меня учили никуда не ходить. Сьюш, закрой уши. Что происходит, а? Звонок слышали? Так уроки уже закончились. Тем более марш по домам, быстро.
Ну, на удачку, пацан. Стоять. Пока. Ну, пойдем со мной. Разговор есть. Это ко мне. Я тебе говорил? Ты зачем собаку притащил? А у тебя что, много лишней обуви? Ладно. Мы идем в отдел кадров, и там одни кошатницы. Оставь его здесь. Откройте, пожалуйста. Работаем! Здравствуйте, коллеги! О, коллега, классный костюмчик! Класс просто! Помнишь меня? Сергей. О, ничего себе! Рад, что мы будем с вами сотрудничать! А, я опоздался, но все равно рад. Очень рад. Привет! Да. Как говорит мой отец, яйцо еще у курицы в заднице, а ты уже со сковородкой бегаешь. Я думал, вопрос решен. Решен, но это не повод. Садитесь улыбаться. Должность-то хоть хорошая. Лучшее из того, что было. Здравствуйте, я Сергей. Рад, что мы в одном здании. За мной. О, это мой офис. Пока нет. Жаль. Давай, рассказывай. Чего там не поделили? Ничего. Просто кое-кто не умеет разговаривать с девочками. Понятно. Ты, значит, героя включил? Я тебе вот что скажу. За девчонок можно заступаться и без этой вашей ненормативной лексики, понял? Спасибо, что просветили. Можно идти? Да погоди, сядь. Ты откуда такой дерзкий? Чего-то тебя раньше не видел. Я тут первый день. Раньше в интернате учился. Серьезно? В каком? В пятом. Да ладно. Вот это совпадение. А Семенцова Валентина Александровна работает еще? Никогда не слышал. Ну да, это логично. Ей тогда уже было 75. Андрюха, я тоже из пятого. Тихоня, погоняла. Только так, давай, при учениках. Андрей Анатольевич, лады? Денис, Деня. Так я пойду? Ну да. День. Как ты Косте сказал? Чтобы я тебя... Я таких и не слышал даже. Молодежь. Спасибо. Девочки, я в долгу не останусь. Секьюрити? Охранник, ты серьезно? Был еще мойщик окон, но я подумала, что вряд ли у тебя есть навыки альпинизма. А чего ты возмущаешься? Тебя только что все устраивало. То есть устраивало, потому что с HR надо дружить, может, на эту работу посерьезнее. Ну, для работы посерьезнее нужно себя проявить. Завтра познакомлю тебя с начальником охраны. А пока иди домой. А ты когда домой? Что за вопросы? Поработаю, приду. Стараюсь не задерживаться. Хорошо. Секьюрити. Документы! Я охранник. Я дома. Да отстань ты! Всем привет. Пожалуйста, можно тишину? Я прошу тебя. Тут вопрос жизни и смерти, и у нас вообще-то разуваются. Кто выигрывает? Я. Три раза. Шаг. Два. Вот сейчас будет железная ничья. Как твой первый день в школе? Отлично. Классуха хорошая, добрая. Приняли меня хорошо. Мат! Yes!
Молодец. У меня тоже все хорошо. Устроился охранником, работа мечты, выдали фонарик. Для этого нужно было 5 лет в институте учиться. Да, действительно, ты же его закончил? Или не закончил? Плов будешь? Плов? Да. Буду. Вкуснятина, меня мама учила. Только немножко. Да, немножко. Очень вкусный. Выглядит аппетитно. О, работа мечты. Любимая еда охранников. Садись, присаживайся. Выглядит аппетитно. И пахнет вкусно. Попробуй. Это ты сам приготовил, да? Потрясающе. Молодец. Удивил. Ну, хоть чем-то. Как дела? Всю работу доделала? Нет, не всю. А вы знаете, я заказала в ресторане еду. И, судя по всему, зря. Почему зря? Собаке нравится. Пром. Нет. Да. Давай. Давай, на. Пальчики оближешь, давай. Ну что, начнешь проходной, поработаешь месяц-два без приключений, пойдешь на повышение. На повышение? Ну, на шестой этаж тебя определю, бухгалтерию будешь охранять. И престижно, и сквозняков мало. О, Шумко, вот, познакомься. Наш новый охранник, Сережа. Мы с ним уже заочно знакомы. Ну, прекрасно. С сегодняшнего дня ведешь его в курс дела, с завтрашнего дня на шлагбаум. За что? Я же ничего не сделал. Вот именно за это и все. Ты какой-то Бесперспективный. О, молодец, точно. Сидишь, ты с кислой миной на кнопки давишь, а людей надо с улыбкой встречать. Приступай. Будут какие-то вопросы, ко мне знаешь, где меня найти, да? Спасибо вам огромное, Семен Абрамович. Всего хорошего. А ты не вздумай опять облажаться. Значит, ты очень сильно меня подставишь. Ну куда уж, я же на шестой этаж хочу. Че лицо такое кислое-то? Иди, ищи свой шлагбаум. А где моя собака, ты не видел? Я в собачнике не нанимался. Не вздумай оставить пост. Я на минуту. Может, скажем, что она не говорила? Угу. А то, что в расписании написано. Блин, новенький, не пугай так. Всем привет. 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 Спасибо, что вчера заступился. Да ничего. А что они обсуждают? У нас контрольная по английскому. Никто не готов. А если... Вот и думают, как ее сорвать. Вот есть какие-то нормальные идеи? У меня есть. Тебя не спрашивали. Да ладно уже, пускай скажут. Вдруг что-то нормально. Смотри. Рики! Собака! Где ты? Я тебе вкусненькое дам. Молодой человек, пропустите меня, пожалуйста. А пропуск вам на что? Да я, наверное, дома забыл. А далеко живете? Нет. Значит, не придется далеко возвращаться? Вы давно у нас работаете? Что-то не припомню, что видел вас раньше. Со склерозом не ко мне. Петр Сергеевич, не обращайте на него внимания. Он первый день работает. Да я все понимаю. Первый день на работе, никого не знаете, но это не повод грубить людям. Извините, тихо извиняюсь. Весь на нервах. Собака пропала, а у меня с ним особая связь. А давно пропала? 3 дня назад. Учуял запах другой собаки и ушел навсегда. Надеюсь, жив хотя бы. О боже! Кто-нибудь уберите от меня эту псину! Ох, а вот и мой бродяга. А вы же сказали, что возле дома пропал. Вернулся. Учуял запах, наверное. Я говорю, особая связь. Удивительный пес. Что надо, на работе нашел. Причем на новый. Можно со мной будет дежурить? А нет, ну вообще это не по правилам. Только если кто-нибудь с наркотиками придет или там с взрывчаткой. А он что, у вас тренированный? Он наркоту вообще за километр чует. А? А? Ну, в таком случае, конечно, пусть дежурит. По
наводили в офис собак. А теперь убирай за ними. Только, пожалуйста, следите за ним. Ой, заболтался я с вами. Ну ладно, до встречи. Тренированный, значит. А если Сергеич правду узнает? Уже чего тебе надо от меня? Место свое назад вернуть хочу. Людям, видите ли, я не улыбаюсь. Будьте назад твое место, успокойся, не кипиши, пожалуйста. Я тут надолго задерживаться не собираюсь. Замолвлю за тебя словечко. Ты же видел, у меня тут связи. О, привет. Здравствуйте. А вы какими судьбами тут? Я была уверена, что собеседование вы провалили. Ну как, не провалил, а завалили. А потом они передумали и вернули меня назад. Семки будешь? Кто передумали? Кто передумали? Жена передумали. Ну, Марина Сергеевна. Жена. А, вы не знали? Это шутка такая, да? Не шутка, я серьезный человек. А вы пойдите у нее и спросите. Ключи дай. На, будешь семки? Good morning, children. Good morning, Мария Эдуардовна. Prepare double papers, please. Приготовили двойные листочки, пожалуйста. Неужели так трудно запомнить? Зубко, come here. Go around the class, collect mobile phones. Пройди по классу и собери мобильные телефоны, ясно? Кладем телефоны в коробки и помним, что у меня сзади глаза, я все вижу. Хаш! Извините за опоздание. Speak English, please. Sorry for being late. Can I come in, please? Ты новенький? Да, это тоже второй день. А где ты до этого учился? Какая разница, где я учился? Не поняла. Пошли. Тонь, пожалуйста, только не сейчас. У меня работа, вагон и маленькая тележка. Подождет твоя тележка. Рассказывай. Что рассказывать тебе? Ну как? Ты что, правда вышла замуж за этого? Отлично. Все уже знают. Так это правда? Да. Это правда. Офигеть. То есть мы 7 лет дружим, а я, оказывается, тебя совершенно не знаю? Так а что произошло? Вы переспали, и ты забеременела? Или он так хорош в сексе? Нет, там дело вообще не в этом. Просто я наконец-то решила. Сейчас. Да, я слушаю. Да, я. Что случилось с ним? Все в порядке? Я сейчас буду, ждите. Что случилось? Звонили из полиции, Денис что-то натворил. Какой Денис? Мой сын. Сын? Подожди, ты сказала сын? Мне не послышалось? Mm-hmm. Ты можешь нормально объяснить, что происходит? Пожалуйста, я потом объясню. Прикрой меня, я тебя умоляю. Мне срочно нужно в школу. Прикрой! Просто прикрой! Ты почему на звонки не отвечаешь? Ты не можешь мне дозвониться? Тебе полиция не может дозвониться. Коллекторы заявили в полицию? Какие коллекторы? Это из школы насчет Дениса. Фу, слава богу. Марин, ты не пугай так. Идиот! У мальчика неприятности в школе, да? Учиться надо лучше. Погнали. Вдруг там реально бомба. Если школа рванет, то просто ему надо будет идти. Денис? Сюда нельзя. Мне можно. Точно, Денис. Тем более он и не отрицает. Да, Денис?
После 12 вообще уголовная ответственность. А так, админстатья. Какая? Невыполнение родителями или же заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей. От 10 до 20 необлагаемых минимумов. Ну, это вроде как немного. Ну, немного. Но вам еще счет выставят за работу полиции, за работу МЧС, взрывотехников. Это уже... Ну, ясно, ясно. Вы со своим шутником беседу проведите разъяснительную, потому что в следующий раз заложенное минирование. Наказание будет совсем другое. Слышал? Ты у нас теперь на учете. Так что будем в гости заходить. Подождите, какие гости? Не надо. Тут надо ставить вопрос об исключении его из школы. Это уже вам решать. Вот здесь распишитесь, пожалуйста. Пожалуйста. И вы тоже. Тут распишитесь. Все, до свидания. До свидания. Ольга Николаевна, вы простите нас, пожалуйста. Денис, на самом деле, очень хороший мальчик. Я вам обещаю, мы вам обещаем, что такое больше никогда не повторится. Марина Сергеевна, ну, я понимаю вашу ситуацию. Я знаю, что такое трудные дети, особенно из... Ну, вы понимаете. Но если вы уже взялись, то не перекладывайте всю ответственность за воспитание только на нас. Ну что, что мы не перекладываем? Да, ну а почему же тогда отец не отвечает на звонки? Я ему лично 10 раз звонила. Вы знаете, у него сейчас новая работа, очень ответственная должность, очень высокий пост. Что это за безобразие? Да не бойся, не кусается. Не кусается. Нормально, нормально. Все хорошо. Я хотел как лучше. Контрольная, никто не готов. Вы меня вернете? Ты что говоришь такое? Нет, конечно. Нет, конечно. Спасибо, мама. Обещаю, такого больше не повторится. Мне бы не очень хотелось видеть у себя дома полицейских. Можно отключить лифт, а пешком он вряд ли. Смешно. Спать будем? А можно я еще книжку почитаю? А хочешь, я тебе почитаю? Да. Здесь остановился? Да. Белый клык был еще молод, и его неокрепшие челюсти не могли наносить смертельных ударов. Но все же ни один щенок бегал по поселку со следами его зубов на шее. Ну что, как тебе спалось? Хорошо. А почему меня никто не спрашивает, как мне спалось? В одиночестве, на этом диване... Почему вы не спите вместе? О, объясни-ка будущему мужчине, почему папа с мамой не спят вместе. Потому что папа храпит, и с ним вообще особо не поспишь. Вот почему у вас нету детей. Нет, я просто раньше не хотела детей. Почему? Много работала. А я вообще никогда не хотел детей. Много работал? Много отдыхал. И оденься, пожалуйста. Да у кого у тебя? О, у меня. Да, мамулечка. О, это и я тебя поздравляю. Ну как, ты же меня родила в этот день, да? Спасибо большое. Нет, дома буду. Сюрприз хочешь? Ну, конечно. Сейчас, какой у тебя номер дома? 7-й. 7-й дом, 7-й, квартира 15-я. Да, Канатная улица. Да. Давай буду ждать. Давай, целую тебя. Мамка, сюрприз хочет сделать, посылочку отправить. У тебя что, сегодня день рождения?
Мамочка забыла, что у папочки любимый сегодня день рождения. Рыбку надо кушать. Вместе будем есть. Папочка тоже забыл номер дома, в котором он живет. 1-1. Ты ешь давай. Тонь, привет, можешь говорить. Ну, наконец-то. Мало того, что я за нее работаю, в выходной так она еще молчит, как партизан. Ну, давай, рассказывай, а то я от нетерпения лопну. Что за муж, что за сын? Давай не сейчас, пожалуйста, вообще нет времени. Оказывается, у Сережи сегодня день рождения, а я вообще не знаю, что ему подарить. Если 4 винта, то квадрокоптер. А 3... трикоптер? Молодец, быстро схватываешь. То есть Сережа твой муж, и у него сегодня день рождения? То есть оказывается, что у твоего мужа сегодня день рождения? Ты же сама знаешь, что мы знакомы только 2 недели. Да, конечно, шустрая ты. Ну вот я хоть убей понять не могу, что с ним такое? Ну, раз он работу искал, значит, не богатый. Так, может, у него там, извините. Я занята! Ну? Тонь, прекрати! Марина! Так, ты мне скажешь, что с подарком или нет? С подарком. А что он любит? Что он любит? Собак. Ну вот, подари ему собаку. Ты с ума сошла? Еще одну? Так у вас уже и собака есть? Так, или ты мне сейчас все рассказываешь? Ладно, Тонь, я тебе потом перезвоню. Денис, доедай, мы едем в магазин. А может, звездолет и Звездных войн? Или настольный футбол? Машинку на радиоуправление? И костюм Спайдермена. Не, это детство. Тирекса или железную дорогу. Не переживай, я уже все придумала. Сейчас только папе позвоню, посоветуюсь. Давай, прыгай. А можно не пристегиваться? Нельзя. У нас есть посудомойка. Мама? Папа? С днем рождения, сынок. Боже, с днем рождения, сынок. Вот это вот действительно сюрприз. Сюрприз, да. Ой, мы же утром приехали. Боже мой, мы не могли найти твой дом. Никто не знает эту улицу. Папе говорю, дом этот. Ага. Нет, вот он спорит, Вова. Я не про этот дом говорю. Ну, конечно, я оказалась права, правда, Вова? Как всегда. Да. Ну, что? Что? А чего ж ты нас в дом не приглашаешь? Действительно. Что ж, я действительно вас не приглашаю. А? Проходите. Так, помогай. Помогай родителям. Ой, какая красивая собака, а? Он не кусается, нет? Нет. Ой, ты мой хороший. Вова, Вова, ну что ты вот стоишь? Ну, а зовут Рики. Рики. Рики зовут, как твой любимый певец, папа. Проходите, проходите на кухню. Спасибо. Беленький у тебя такой красивый. Вова, ну ты посмотри, какая красота. Ну правда, а? Правда? Это что, посудомоечная машина, да? Ой, боже, какая красотища. Боже мой, и не ручками, и не в холодной воде. У нас горячая вода. Ага, а ничего, что в прошлом месяце нам на 2 недели отключали. Сама воду греет. Да. Милый. Что? Похудел ты. Ага. Не, ну похудел, ну прям похудел. Ты что, весь в работе, да? Нужно квартирку посмотреть, двор посмотрим. Шикарная квартира, вот шикарная. Квартира – это что-то, вот что-то. Сережа! Сережа, что это? Это телевизор, да? Наташа, это печь. Это камин. Я ей говорю, печка. Камин. Печь. А что там? Что в других?
Сереж, что это? На матрасе, что ли, спишь? Ну, почему ты кровать не купил и... Это дизайнерская кровать, мам. Да ну. Дизайнерская кровать. Вова, ты слышал? Как я рада за тебя, сынок, а? Как я рада. Я всегда знала, что эти твои увлечения этими леталками... Это не ерунда. Не то, что папа. Я такого не говорил. Говорил. И не раз. Идемте. Спрячем. Я иду, Наташа. Мальчики, ну что вы там копаетесь? Наташа, я иду. Слушайте, как здорово, что вы приехали. Вот это сюрприз так сюрприз. Ну, не хотите смотреть в двор? Пойдемте сразу в кафе. Зачем? Вот зачем? У тебя так красиво, лучше, чем в любом кафе. Потом, я столько наготовила, и всего так много и вкусно. Так, Вова, давай. Так, биточки. Так. Там где-то колбаска, будто твоя любимая, пикантная. Помидорки. Это ж наш огород, помнишь? Да, помню. Да, ну и огурчики. Да, мама, я потом обязательно все съем. А сейчас папа в кафе. Ну что ты? Что ты, нас из дома, что ли, гонишь? Нет, мам, не гоню. Я просто хочу как лучше. Сыночка, нам с папой... У тебя очень хорошо. Правда, Вов? Да. Да. Ой, что ж стоишь? Ну, Вова, давай. Ну, подарок. Так, сюрприз. Боже. Так. Ой. Это что? Это последний писк. Мама. Давай. Нам денешь, правда? Давай, сейчас? Сейчас. Ну, давай. Быстро. Ну, что такое? Я не понимаю. Что за стеснения такие? Давай, вперед. Молодец. Вот так. Ай, пап, это ты выбирал. Так. Так. Очень красиво. Идеально. Ну ты посмотри. Ну, Вова, ну правда же это красиво? Да. Сынок, тебе очень идет. Очень. Оставайся. Я бирку сняла. Предлагаю отпраздновать это за мой счет. В кафе. Я проставляюсь. Возражения не принимаются. Мама, сумочку хорошо, берем. Папочка, давайте мой хороший пойдет. Я возьму тележку, пойдем в кафе. Слушай, тебе так идет? Да. А ты когда домой? Что, уже гонишь? Завтра утром, сынок. Я надеюсь, ты не будешь возражать, если мы у тебя заночуем. А, я в командировку сегодня собирался. А ключи заберу. А что, вторых нет, что ли? Нет, потерял. А. Так, замок поменять надо. Да. Инструменты есть, я сделаю. Да. По-моему, твои ключи уже кто-то нашел. Сережа, что здесь происходит? А, это мои родители. Сюрприз сделали. Приехали на день рождения. Это моя мамочка. Да. Это мой папочка. Это Марина. Моя горничная. Горничная. Горничная, да. Горничная. Володя. Обычно приезжает по субботам, прибирается. А сегодня суббота, я и забыл. Вовочка, ты слышал? У нашего сына есть горничная. По-моему, сынок, это перебор. Знаешь, можно и самому иногда поубирать. Ну что ты вот говоришь, а? У него очень ответственная работа. Ты представляешь, сколько стоит его время? Горничная, иди-ка в спальню и приберись, там бардак. А мы пока с родителями в кафе спустимся. Сергей Владимирович. Мне генеральную уборку делать или только по верхам пройтись? Боже мой, Сереженька, можно я останусь? Я никогда не видела, как работает горничная. Может быть, я узнаю какие-то секреты. Ну, пожалуйста. Вова, ну вот что ты застыл, а? Ну, разувайся. Смотрим, как она работает. А вас? Простите, как зовут? Наталья Анатольевна. А папу Владимир Васильевич. Васильевич. Мариночка. Мариночка, ну, скатерть бы надо поменять. Вот такое грязное пятно. А, да? Да. Спасибо. С него и начну. Я помогу. Вова, ты что стоишь? Ну, давай, помогай. Я наготовила все. Да. Что, еще накрывать, что ли, буду? Я ж не горничная. Да нет, что вы, горничная здесь я. Мариночка, извините, так неловко получилось.
Ничего, ничего, Наталья Анатольевна, продолжайте. Да. Продолжайте. Мариночка, вы знаете, я вас попрошу, Марина, вы, пожалуйста, следите за тем, что ест Сережа. Ну, исхудал он чуть без меня, но очень исхудал. Наталья Анатольевна, да? А расскажите мне еще о вашем замечательном сыне. Ой, вы знаете, он рос таким любознательным мальчиком. Он по ночам в тайне от нас с фонариком под одеялом читал. Все соседи им так гордились. Мама. Что? Ну что ты мамкаешь? Я говорю как есть. Я что, не имею права гордиться собственным сыном? Имеешь. Вот. Однажды он из фанеры сделал огромный планер. Вот огромный. Да. А кто это еще, а? Может быть, водитель? У тебя еще и водители есть. Ну. Пойду открою. Ой, я тоже. Вова, ну, иди со мной. Да. Иду, Наташенька. Тебе что надо? Иди погуляй. Я писать хочу. Да. А кто это у нас вот такой? Мама! Мама? Денис! Это мальчик, сын Марины. Обычно он внизу гуляет, а тут в туалет захотел. Это что, ваш сын? Ну да. Правильно. Что, ему на улице, что ли? Вова, ну что ты вот стоишь? Топчешься здесь, на кухню идем. Да. Значит так, слушай меня внимательно, не перебивай. Это мои родители, но они не должны знать, что Марина моя жена. Она горничная, а ты ее сын. Понял меня? 100% понял. 100. Шантаж родного отца? Тогда 200. Ладно, хорошо, но рот на замок, да? Хорошо, я писать хочу, выходи. О, нет, тогда 100. Ладно, 100, выходи. Ты что, правда писать хочешь? Рот на замок. Пожалуйста, приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Слушайте, я знаете, что подумал? А давайте я вам город покажу. Да нет, я уж так насмотрелась, пока мы твой дом искали. С головой хватило. Благодарю. Мамочка, любимая мамочка. Да, мой хороший. Пусть поест. Да ладно, пусть погуляет. Сергей Владимирович, можно я со своим ребенком как-нибудь сама разберусь? Правильно. Ребенок должен быть сытый. Ты хочешь есть? Да. Милый, садись. Так, а что, если он просто... А с тобой я хотел бы поговорить. Ты голодный? Да. Сережа, как мне стыдно тебя, а? Ну что это за цирк? Мама, извини, я все объясню. А не надо мне объяснять. Я что, первый день родилась на свет? Никакая она не горничная. В смысле? Ну, в смысле? Ну, ты на руки ее посмотри. М? Убираться она вообще не умеет. Накрашена. Сыночка, признайся, я твоя девушка, да? Ну, ну и хорошо, чего ты смущаешься? Ну, я понимаю, у нее взрослый сын. Она что, замужем? Нет, нет. Ну и слава богу. Ну, просто... присматриваемся друг к другу. Я поэтому не хотел тебе говорить. Ну вот и правильно. Ты присмотрись, да. Потому что такой красивый, умный, обеспеченный мужчина, он много кому нужен. Ну что? Пошли. Пошли. Да. Ой. А у вашего Дениса очень красивые глаза. Ну, не ваши. Наверное, в отца, да? Ну, правда, как-то не обращала внимания. Нет, я, конечно, считаю недопустимым, когда мужчина бросает ребенка. Правда, Вова? Да, полностью с вами согласна. Вы мне, конечно, извините, не мое дело, но он вам хотя бы помогает, отец? Ну, немного. В основном по дому.
Готовит вкусно. Хотя мог бы и вкуснее. Позвольте, он что, с вами живет? Угу. Сергей, ты знал об этом? Конечно, я говорила ему об этом при приеме на работу. Сергей! Ну, конечно, вы меня извините, я понимаю. Я женщина старой формации, но у нас так было принято, что сначала надо разобраться с одним мужчиной, а потом уж лезть на шею другому. Ты что, Наташа, ты чего? Папа, мама, мне пора ехать, а вам пора в гостиницу. Ехать? Да, в командировку. В какую командировку? В такую командировку. Это мое личное дело. Ах, простите, пожалуйста. Сергей, может, мы домой поедем? Я на гостиницу деньги не могу. Да у меня полно денег. Это, дай деньги, которые я тебе вчера давал. Аванс на уборку? Нет, на косметику. Сережа! Мама! Это же стыдно! Это так мама, стыдно! Не стыдно, не переживайте. Нет, мама, ну пожалуйста, возьми. Да это не моя сумка! Хорошо, поехали в гостиницу, мама. Ну, я прошу вас, Сергей. Господи, почему? Как же за срочно? Потому что номера разбирают, как горячие пирожки. Ой, Сергей, чемодан, чемодан тоже. Пойдем, все, пойдем. Сергей. Я не понимаю таких отношений. Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Мама, по дороге объясню. Вы что, ты мной командуешь? Не командуй матерью. Ты вообще просил вмешиваться? Да. Боженька, здравствуйте. Ты меня послушай, дорогой, внимательно послушай. Мы остаемся. 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 Кто это? Открывайте. Открывайте, я знаю, что вы дома. А можно я открою? Нет. Почему? Почему? Потому что там верующие. Они постоянно тут ходят, надоели уже. Надо просто не открывать, они поверят и уйдут. Ярославская, у вас будут большие неприятности. Я вас прокляну! Какая наглость, а? На минутку. Что она себе позволяет? Слышишь ты, если ты мне сейчас все испортишь, я тебя убью. Все. Объясни родителям, я открываю. А теперь потрудитесь мне объяснить, почему вы так долго продержали меня за дверью? Света, ты? Светлана Юрьевна. Так, Светочка, пожалуйста, просто подыграйте мне, хорошо? Да. Да, хорошо, там женщина, она из соцслужбы, пришла проверить. Пожалуйста, ничего не говорите, просто кивайте. Кивайте. Так, кивайте. Из соцслужбы? Я потом все объясню. Хорошо. Я сейчас в гардеробную, там сама. И скотчем замотаешь пасть, понял меня? Зачем? 200. 300. Хорошо. У нас гости. У Сережи сегодня день рождения. Ты что, пила? Бог с вами, вы что? Видик, Сережа. О, здравствуйте. Физкульт, привет, говорю. Hello! Вы что, не мы? Так мы долго в молчанку играть будем? О, я смотрю, знакомое лицо. Думал, показалось. Когда кажется, креститься надо. Кстати, с днем рождения. Ну? Может, вы меня представите? Ой, я вас представляю. Мама. Наталья Анатольевна, это папа Владимир Васильевич. Ничего приятного. Мы уже уходим. Сережа, ты что, куда уходим? Опять уходим? Так ты разберись, либо уходим, либо остаемся. Я что, девочка, бегать туда-сюда? Вы вообще кто? Женщина? Ну не надо меня орать. Светлана Юрьевна, начальник районной службы по делам детей. Вот, кстати, заглянула посмотреть, какие условия ваш сын со своей женой обеспечивает для ребенка. Кстати, мальчик где? Какой мальчик? Сын. Гуляет. Вы с ума сошли в таком возрасте без присмотра? Почему без присмотра? Он со мной гулял, а сейчас... Сейчас он вон в комнате гуляет, ходит туда-сюда. Может быть, чай? Да, не откажусь. Зовите Дениса, а я пока составлю анкеты на бабушку и на дедушку. Денису позовите. 3 сахара, 2 лимона. Сережа, откроешь? Еще кто-то. Может быть, дочь? Бабуля, как нас зовут?
Наталья Анатольевна. Сергей? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю с днем рождения, это тебе. Спасибо. А вы? Сергей Павлович. Можно просто. Сергей Павлович, вот. Мариша рассказала про твой день рождения. Ты думаю, ну, замечательный повод познакомиться. К нам нельзя, у нас гости. А ты наглый. Привет, доча. С именинником. О, так у вас тут целая гулянка. А ты говорила в узком кругу. Привет, часовой компании. Сергей Павлович, папа Марины. Наталья Анатольевна. Владимир Васильевич, вы родители Сережи. Сватья, сват. Это дело надо отметить. Будете? С удовольствием. По чуть-чуть. А рюмки где? Мариш, давай рюмки. Давай, давай, давай. Будете? Я на работе. А мы по чуть-чуть? Папа, папа, это моя одноклассница Света Шкирман. Ты должна ее помнить. Светка Шкирман, конечно, помню. Ты у нее еще Виталика увела. Молодцы девчонки. Я думал, вы не общаетесь. Ну, знаете ли. О, ладно, ладно. Ну, сболтнул лишнее. С кем не бывает. Не хотела бить. Не хотели, но обидели. Я ухожу. Сережа, нет, ты мне все-таки объясни, что происходит. Вот она тебе кто, горничная или кто? Кто ты мне? Я? Ах, вы злодеи. Ну все, Ярославская, теперь я буду предпринимать меры. Свет, стой. Что, Ярославская? Я знала, что ты облажаешься, но не ожидала, что так быстро. Тихо, пожалуйста, пожалуйста, тише, 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 тише. Послушай, но мы же не сделали ничего противозаконного. А предоставление заведомо ложной информации – это железное основание на лишение тебя родительских прав. Свет, пожалуйста, я прошу тебя, я люблю этого ребенка. Да мне все равно. Плачешь? Нет, мой хороший, я не плачу. Все хорошо. Мариш, ты чего? Все будет хорошо. Все будет хорошо. Да. Ой. Сереж, Сереж. Я ж обрадовалась. Я ж поверила. Ты сам всего добился, а ты уж... Ты нам соврал. Да, Сергей. Знаешь, не по-мужски это. Брать деньги с женщины. За что? За ребенка. Нет. Я понимаю, если бы голодал. Вот он. Да когда он голодал? Я не сказал Наташе, что он голодал. Это же мы. Это мы себе во всем отказывали, а? Чтобы он выучился, образование хорошее получил, хорошо устроился, чтобы он не так, как мы, а он. Ой. Ты не заводись, Наташа. Ой, я хочу, вот хочу и буду заводиться. И он мне не запретит, потому что это не его дом. Боже, как стыдно перед Мариночкой, господи. Как же перед Мариночкой стыдно. Врун, неудачник. Вов, пошли. Наталья Анатольевна, вы не горячитесь. Давайте мы все вместе останемся и поужинаем. Мариночка, вы нас извините за это вот как, не знаю, его назвать. Простите нас. Да ладно, он на самом деле не так уж и виноват. Это я предложила. Марина, садись, садись. Ты его не оправдывай, не оправдывай. Ну ты, Мариночка, такая умничка, ну такая умничка. Я вообще таким женщинам, как ты, просто восхищаюсь. Которые вот сами все вот добиваются. Не сидят ни дома, ни ноют, а муж не такой попался. О, хоть пить, а. Ой, ну все, пошли. Спасибо, извините. Не провожай. Мама. Да хватит мамкать, а. Вот мамкать хватит. Вот пора становиться мужиком. Самостоятельным, настоящим. Да, Сергей. Кстати, слушай, мать, пора мужиком быть. Мужиком это важно.
Нет, ну вот Мариночка, как же ты мне понравилась, а? Такая умная, красивая, благородная, такая богатая. Наташенька, ну это не главное. Вов, ну что ты лезешь все время? Ну что ты лезешь? Я же не первым это сказала. Ну что, вот что ты сидишь? Что? Да. Что ты стоишь? Пошли домой. Да. Я иду, Наташенька. Ты это, она отойдет, ты обязательно перезвони. Извинись. Маринка. Слышь, зять, мы пойдем вот с пацаном погуляем, а ты с женой поговори. Не знаю, как извиниться за все, что было. Ты красивая. Если я... Я просто хотел... Открывай. Здравствуйте. Вы Сергей Владимирович Скачков? Да. Это вам. Распишитесь. Что это? Давай расписывайся. В последнее время я часто расписываюсь. Проверять будете? Нет, мы потом, спасибо. До свидания. Угу. До свидания. Ты, конечно, не заслужил, но с днем рождения тебя. Это то, что я думаю? Да. Мясорубка. Правда, что ли? Ну, смотри. Да ладно! Давай, дедушка, ну, любимый, давай. Камень, ножницы, бумага. Ну, камень, ножницы. Ну, давай. Камень, ножницы, бумага. Ну, что ты грустный такой? А? Будто тебя девушку увели. У меня и хотят увезти. А? Маму. А что это за вертолетик такой? Это квадрокоптер. Чего? Квадрокоптер. Класс. А можно? Держи. Держи. Вот так. Молодец. Давай. О, летим к мамашке. Давай-ка. Когда пришла эта верующая, я подумал, все, полный капец. Она обещала принять меры. Эй, не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Что? Я не знаю что, но что-нибудь я придумаю. Денис в школе чудит. Ну ничего страшного, он умный пацан, сделает выводы. Вообще, тебе не кажется, что как-то слишком подозрительно тихо, нет? Классное, что я с ней завтра поговорю. Сегодня у меня важная встреча. А можно эту встречу перенести? Нет.
Нельзя, мой хороший. Хорошего дня. Ну, наконец-то. Я терпеть уже не могу. Давай, выкладывай все. Давай не сейчас, пожалуйста. У меня совещание. Я обещаю тебе, что потом обязательно все подробно расскажу. Только не сейчас. Самое главное, Тони, что все будет хорошо. Все будет хорошо. И нужно работать. Ага. Доброго утречка. Привет. Это что, ваша собака? Можно? Да. Да. А, золотистый ретривер. Очень классная порода. А, добрый, умный, отзывчивый. А я ведь тоже собачник. О, ничего себе. Максим Леонидович, очень рад. Привет. О, Господи. Простите, пожалуйста. Сергей, я же просил, чтобы этого пса не было на работе. Вы, самое главное, его не перекармливайте. А я тоже обожаю собак. Поэтому вчера я и сказал, чтобы он посидел на вахте. Хотя это и против правил. Красавец. Максим Леонидович, у нас все готово. Да, пожалуйста. Да, конечно, конечно. Проходите, ребята. Да. Замечательный пес. Хорошего дня. Ну, а как зовут-то, а? Собака Рики. Собака Рики? Собака Рики. Это дословно есть? Нет, на улице нашел, хозяин, ну да. У моего товарища просто девочка, ну и... Ага. Ну, в общем, ну да, пес хороший. И порода сразу видна, а? Красавец. В общем, ты не пожалеешь. Вы это моей жене скажите. Да? А что такое, проблемы? Максим, еще какие? Прошу. Да-да, иду. Ладно, мне надо идти. Ну, если что, я и жене могу сказать. Правда. Все, пока, собака Рики. Пока. Че, видишь, как начальство со мной? Так. Не сбавляем темп. Держим дистанцию. Внимание по свистку. Меняем направление движения. Меняем направление. Во что там срослось? Вы почему устали? Костя, Денис! Это он меня толкнул! Я? Да она просто слепая! Денис! Костя! Что здесь происходит? Ярославский, это опять ты? Да он сам ни с того ни с сего на меня набросился. Может, решил отомстить за то, что я про заминирование рассказал. Да при чем тут заминирование? Он Ксюшу толкнул. Ольга Николаевна, Костя действительно его провоцирует все время. Андрей Анатольевич, когда я решу узнать ваше мнение, я вас спрошу, хорошо? А ты, Денис, вообще молчи после того, что ты в прошлый раз натворил. Мы же с вами педагоги, Ольга Николаевна. Вы вообще-то сейчас должны наблюдать за детьми в спортзале. Да, простите. Не хами директору. Здравствуйте. 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 Я звонила вам из управления по поводу Дениса. Отлично. Вот вы-то мне очень нужны. Прошу вас, проходите. Спасибо. Светлана Юрьевна? Светлана Юрьевна, да. Присаживайтесь. Спасибо. Спасибо. Thank you, как говорят. Ну, здравствуй, мальчик. Чики. Здрасте. Рассказывайте. Светлана Юрьевна, я совершенно не понимаю, что мне делать с этим ребенком. Он всего пару дней в школе, а уже второй раз отличился. Я вообще боюсь себе представить, что будет завтра. А вот с этого места поподробнее. Эй, я, кажется, ручку на работе забыла. Можно вас попросить? Да, конечно. Прошу вас. А, благодарю. Ну?
Ну, я вся во внимании. Позавчера он заминировал школу. Сегодня подрался. Я боюсь себе представить, что будет завтра. Интересно, что по этому поводу думают его родители. Такое впечатление, что им вообще не до ребенка. Да вы что? А ну-ка, ну-ка. Интересно. Вот это интересно. Вы меня простите, я, наверное, должна была сразу сообщить, а не дожидаться, пока родители примут меры. Я ведь знала, что брать детдомовца — это дурная затея. Ну, чего уж, взяли? Нужно решать проблемы по мере их возникновения. А, вы вызвали уже родителей этих драчунов? Вот я как раз собиралась. Угу. Простите, здравствуйте, всем добрый день. Добрый день. Знакомьтесь, Марина Сергеевна Ярославская, наш ведущий специалист, директор Global Heroes, Стахов Максим Леонидович и его помощники. Очень приятно. Взаимно, очень приятно. Так. Ну что, давайте приступим. Извините. Итак, наша стратегия по поиску и привлечению. Я сейчас отключу. Прошу прощения. По поиску и привлечению новых кадров. Алло, я вас слушаю. Здравствуйте. Я могу поговорить с Сергеем Скачковым. Это Ольга Николаевна из школы. Секундочку. Сергей Владимирович вас из школы беспокоит. Да, Маш, дай мне, пожалуйста, кофе. Конечно же, бегу, бегу. Спасибо. Ольга Николаевна, я вас слушаю. Что случилось? Ну, еще как случилось. С вашим Денисом опять проблемы. Вы можете подъехать срочно, сейчас, в школу? О, вы знаете, сегодня встреча на встрече. Вы попробовали Марине позвонить? Я ее набирала 10 раз. Она не берет. Вопрос серьезный. Так что решите, кто из вас приедет. И учтите, что у меня в кабинете сидит сотрудник социальной службы. Жду вас. Ждем. Ах, я вас понял. Шумко. Да. Дело есть. Не сейчас. Твое дело может подождать, а мое нет. Ты назад свое место хочешь? Нет. Давай, что там, только быстро. Максимально быстро. 5 минут. Подожди мне 5 минут. Терпи, брат. 5 минут. А Марины Сергеевны нет? Где она? На встрече с клиентами. Где эта встреча? Мне надо срочно ее увидеть. У Петра Сергеевича, но вам туда нельзя. Да твою ж мать! Ты чего разорался? Маш, я разберусь. Мне Марина нужна, она на телефон не отвечает. Может быть, выключена. Ну, правильно, потому что она на важной встрече. Ты приходи через 1-1.5 часа. Нет, через 1-1.5 часа будет поздно. Ты можешь нормально объяснить, что случилось? Нет времени объяснять. Передай ей, Денис снова накосячил. В школу приехала соцработница. Я погнал туда. Она поймет. Будь другом. Наконец-то! Что так долго? Ты, дружище, как, терпишь? Нормально, терплю. 1-1.5 часа смотришь за собакой. Терпи, ты сможешь. Да ты издеваешься! Просто вас. Пожалуйста. Я настаиваю. Проходите. Пожалуйста. Спасибо. Простите, вы тоже сюда? Да. А, в таком случае, после вас? Давайте я после вас. Да я настаиваю. Нет, я настаиваю. Прошу вас. Пожалуйста. Не заставляйте меня. Да. Отцы, вы можете зайти наконец-то, пожалуйста? Отцы. Здравствуйте. Привет. Я так понимаю, что жена приехать не смогла. У нее очень важная встреча. Спасибо, что вы нашли 10 минут в своем плотном графике. Ольга Николаевна, зачем вы нас вызвали?
Так за драку, Василий Константинович. Дело в том, что ваш Костенька и ваш Денис устроили побоище на уроке физкультуры. Пап, да он первый начал, правда? Че ты врешь? Сам ты врешь. У вас в детдоме все врут. Тихо, давайте успокоились оба. Сейчас разберемся, кто прав, кто виноват. Ольга Николаевна, а когда вы собирались сказать нам, родителям, что в нашей школе учится детдомовец? Так как я собиралась на родительском собрании, когда мы... И вы еще удивляетесь драке. Я думал, у нас приличная школа, здесь, оказывается, приют для детдома. Нет, Василий Константинович, давайте как-то вот не преувеличивать. Преувеличивать? Моего сына избил малолетний преступник, давайте я буду вообще молчать. Нет, стопэ, он, конечно, вырос в детдоме, но сейчас у меня полноценная семья. Кто? Полноценная. Батя охранник. Мама у вас, наверное, тут уборщицей работает. Вам что-то смешное сейчас сказали? Ну что там? Долго они еще? Ага. Пока у кого-нибудь сердце не остановится. И четвертому кофе заказали. Основные задачи будут заключаться в обучении новых сотрудников, внедрении мотивационных программ и непрерывной программы. Извините, пожалуйста. Можно Марину Сергеевну? Буквально на одну минуту. А это не может подождать? Нет, дело в том, что там с ее сыном какие-то проблемы. С каким сыном? Я сейчас вернусь. Прошу прощения. Оля, вы с ума сошли? Марина Сергеевна! Сережа тебя искал. Бледный был, как будто бы призрака увидел. Денис в школе что-то натворил. Ну что, сам не мог разобраться, зачем меня дергать? Так он сам и поехал, но просил тебе передать, что в школу приехала какая-то соцработница. Черт. Значит так, пускай твой детдомовец сейчас же извинится перед моим сыном, иначе я лично его отправлю в колонию для малолетних. Пацан говорит, что виноват, я ему верю. А я бы не верила этому молодому человеку. И, кстати, папа мальчика, как мальчика зовут? Это Костенька. Папа Кости прав, да. Мы все знаем, какие бывают детдомовцы. И к тому же это уже не первая драка. Какая? Шестая, седьмая? Ты хулиган. Ты хулиган. Извинись перед пацаном. Не буду, он первый начал. Ладно, что случилось? Он с первого дня ко мне начал приставать. Я терпела, а потом этот козел начал обижать Ксюшу. Ты щенку своему рот закрой. Козел? Убирайся, пожалуйста, выражение, а вы сейчас о моем сыне говорите. Какой он сын, он приемный? Сын, я сказал сын, значит сын. Ха-ха, ты такая, что проблемы своих нарожать или на пеленках экономить. Глаза закрыли. Прекратите! Берет. Все. Надо ехать. Только клиента как? Я не знаю. Я умоляю тебя, придумай что-нибудь. Скажешь, что мне срочно вызвали в школу. Да не дергайся ты. Вперед иди. Я тебе покажу. Ты мне еще об этом пожалеешь. Понял? Чего? Чего? Сереж, с тобой все в порядке? Марина, что случилось? Я не виноват. Это все. Он лысый начал первым. Подождите, это мой муж. Куда вы его ведете? Продел. Куда же еще? Ну, семейка у вас. Сын телефонный террорист. Муж разбоями промышляет. Не хотите сознаться? В чем? Ну, не знаю, может, наркотой приторговываете. Вы в порядке? Я? Чистосердечное признание смягчает наказание, так говорят на зоне. Мы поедем. Нам еще к обеду успеть нужно. О! Ярославская, привет. Привет. А я смотрю, ты совсем не справляешься с воспитанием своего приемного сына. Да, и мужем, собственно говоря, тоже. Он у тебя страшный человек. На людей бросается. Ужас. Где Денис? В кабинете сидит. Мамочку ждет. Так мамочку ждет. Ой. Мой тебе совет. Вы вот все вместе денек-два проведите, а? Не поняла. На прощание. Ты знаешь, после
удивительной беседы с Ольгой Николаевной после всего увиденного сегодня, я имею полное право подать прошение о лишении вас опекунства. А пошла. Свет, Анара, пожалуйста, я тебя прошу, я тебя умоляю. Просто скажи, что нужно сделать. Я сделаю все, что ты скажешь. Давай. Ничего не надо делать. Не надо меня умолять. Все, я решила. Кстати, хочешь конфетку? Говорят, нервы успокаивают. Чучундра. Не злись, я тебе все объясню. Я директору уже все объяснила. Она врет, она меня ненавидит. Дело не в ней, а в том, что ты обещал мне больше не ввязываться в неприятности. Ты же понимаешь, чем для нас это может кончиться. Мам. Не оправдывайся. Все хорошо. Мы с тобой что-нибудь придумаем. Поехали. Куда? Ко мне на работу. Познакомишься с моими сотрудниками. А Сережа? А Сережа посидит пока в полиции. Ему полезно. Игра у нас предстоит серьезная, с кадетами, они ребята. Мы должны ему помочь, он не виноват. Еще как виноват. Он устроил драку на глазах у Шкирмана, хотя прекрасно понимает, чем это для нас может закончиться. Да все же из-за тебя. Сережа не хотел драться. Он просил папу Кости не обзывать меня, но когда он начал обижать тебя, он ему врезал и правильно сделал. Сынок, ты просто не понимаешь. Из-за этой выходки тебя могут забрать. Он поступил как... Да нормально он поступил. Как настоящий мужик. Кстати, ваш Денис тоже за девчонку заступился. Так что можете им гордиться. Да, День? Андрей Анатольевич, физрук. Очень приятно, здравствуйте. Ребята, идите, переодевайтесь. Извините. Спасибо. Так, не бежим, осторожнее на ступеньках. Значит, вот этот ненормальный на меня напал, а вы меня задерживаете. Вы еще из нас ненормальный. Заткнись. Сам заткнись. 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 Да вы оба заткнитесь. Я есть хочу, а мне приходится сидеть здесь и выслушивать ваше нытье. Ну вот. Бойко! Чего? Отведи этих двоих в камеру. Давай, пошли. Подождите, зачем в камеру? Да, мы сами разберемся, что мы. Вы устроили драку в детском учреждении. Посидите, подумайте. Забирай. Алло. Привезли? Так заносите. Зон, давай. Сиди в машине, я быстро. Опять вы? Чистосердечное принесли? Это вам, чтобы не болтали лишним. Я пришла за своим мужем. Ничем не могу помочь. Ваш муж задержан за хулиганство. Поэтому приходите завтра.
Давайте все-таки сегодня. У меня очень мало времени. Я же говорю, ничем не могу помочь. Все, разговор окончен. Нет, не окончен. Если бы он следил за своим языком, у меня не было бы соблазна дать ему в морду. Если бы он больше занимался воспитанием приемного сына, мы вообще с ним не встретились. Да ты родного воспитать не можешь, так что заткнись. Да сам заткнись. Заткнись. Оба заткнитесь. Кто первый начал? Он. Он меня спровоцировал. Да прекратите истерику. Что вы как баба, ей-богу. Будьте мужиками. Ну, набили друг другу морды. Ну, что здесь такого? Дожил. Бомж меня учит жизни. А ты представь, что твой пацан остался без отца. Хотел бы ты, чтоб не мог неслись так, как ты, к... Денису. К Денису. Я своего никогда не оставлю. О, родной мой. От сумы... И от этого не зарекайся. А ты должен быть примером для пацана. А сам видишься, как этот тинейджер. Сейчас передам. Еще раз извините, Сергей Павлович. Папуль, спасибо, я потом заеду к тебе. Да, пока. Что же вы сразу не сказали, что полковник Ярославский ваш отец? Мы бы вашего мужа и задерживать не стали бы. Ну? А, да. Прошу за мной. За 33 года впервые за решеткой чаюсь. Я тоже. Что будешь делать, когда откинешься? Откинусь. Ну, не знаю. На хату к себе почапаю. Жену обниму, сына, борща поем. Да заткнитесь вы. Чаюсь, откинемся. Зэки недоделанные. Простите за недоразумение, вы свободны. Так а я? А он со мной. Этот тоже со мной. Нет, нет, нет. Не идти некуда. Обед скоро. Ну, выпустите их уже. Давай. Слушай, Серега. Спасибо. Спасибо, что не бросил и вообще за это все извини. Но она у тебя серьезная. А с Костиком я воспитательную беседу проведу. Спасибо. Спасибо, что вытащил. Думал, до завтра придется сидеть. А если бы не Денис, ты сидел бы. Марин, ты чего? Ничего. Понимаешь, что из-за твоей выходки нас теперь могут лишить опекунства? Так получилось. Хочешь, я... Не вздумай. Ты уже достаточно натворил. Да, Тонь? Марина, где ты? Сергеич рвет и мечет. Так передай, что я буду через 10 минут. Пусть он их пока займет чем-то. Поздно. Они ушли. Причем явно не в настроении. А ты сказала, что меня срочно вызвали в школу? Сказала, он не поверил. Слушай, он настроен тебя уволить. Передай ему, что я попробую как-то переубедить. Ну вот, теперь меня еще и хотят уволить. Я могу с Сергеичем поговорить. Не надо больше ни с кем говорить. Марин. Я хочу, чтобы ты съехал. Сегодня. Thank you.
на работу? Да, познакомишься с моими коллегами. А Сережа? Ну, у него есть другие дела. Не переживай, все хорошо. Тим, здрасте. Тоня, это Денис. Денис, это Тоня. Здрасте. Какой взрослый мужчина. Сергеич еще у себя? Как клиенты ушли, он из переговорки не выходит. Злой как черт. Присмотришь за Денисом? Ну что, Денис, рассказывай. Рики, 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 Рикуш, Рики. Петр Сергеевич, можно? Ярославская, ну вот скажи мне, вот какого черта? Ты хоть понимаешь, сколько мы денег потеряли? Ну, у меня в руках была золотая жила, а ты взяла и все слила в унитаз. Я все исправлю. Да ни хрена ты уже не исправишь, ты все профукала. Петр Сергеевич, я понимаю, что я виновата, но вы же даже не знаете, что у меня случилось. Да плевать я хотел на то, что у тебя случилось. Ты сорвала крупнейшую сделку. Да тебя уволить надо к чертовой матери. Да ты чушь какую придумала? У ребенка проблемы в школе. Как будто я не знаю, что у тебя ни детей, ни мужа, ни хрена. Знаете что, Петр Сергеевич? Никакая это не чушь. У меня есть сын. Да, и не просто сын, а прекрасный, умный, талантливый 11-летний мальчик, вундеркинд. И муж у меня, кстати, тоже есть. Какой-никакой, но мужик. Мордой из-за меня бьет. Так что, дорогой мой Петр Сергеевич, идите вы в баню со своими клиентами, сделками и со своей фирмой. Ясно? Я увольняюсь от вас. К чертовой матери. Ярославская, ты... Ты понимаешь, она... Тебя еще будет... Не, ну вот... О, ты ждешь меня, дружочек. Хороший, хороший. Сережа, Сережа. Денис, привет. Молодец. Привет, молодец, молодцы. Слушай, спасибо. Спасибо, что подстраховал. Я тебе просто должен. Еще чуть-чуть, и ты снова вернешься на свое место. Меня вернули уже. А, да? Ну, здорово. Вдвоем веселее будет. Это вряд ли. Держи приказ. Тебя уволили. В смысле уволили? По-собственному. Радуйся. За такое вообще по статье увольняю. Я ж тебя просил реально подстраховать. А что я должен был делать? Ты свалил, оставил меня одного. Зам вон полчаса под шлагбаумом стоял, сигналил, припарковаться не мог. Хорошо, что меня с тобой не поперли. Марина, ну зачем надо было рубить с плеча? Он бы попсиховал, остыл, спокойно бы поговорили. Марин, у меня проблема. Поздравляю. Теперь мы оба безработные. Вещи забрал? Нет. У тебя есть 2 часа. Денис, мы уходим. Всем до свидания. В смысле, безработные ее тоже уволили? И да, и нет. Я расскажу. Но взамен мне тоже нужна информация. Да я когда советовала усыновить ребенка, ей подумать не могла, что она... Слушай, я... Вот эта одноклассница, она... Правда может лишить опеки? Эта одноклассница не то что опеки, она слона на ходу может установить. А я ничем не могу помочь. Да ты вот хотя бы с презентацией клиентами помоги. Конторка реально крутая, у них представительство по всему миру, доставка в любую точку земного шара.
стандартные услуги. Я мог бы их немножко осовременить. А тебе там все понятно, что ли? Ты вот сейчас меня обижаешь. У меня хоть и не окончено, но все-таки почти высшее образование. Я на отлично учился, по глупости до диплома не дотянул. Так, может, пора умнеть? Может, и пора. Ума пока только не хватает. Он опять всех подставил. Ты с хлебушком давай. Не спеши, ешь. Вот. Да с хлебушком, я говорю, ешь, ну. Спасибо, дедушка, но я уже наелся. Ну ладно. Тогда иди это, в кабинет ко мне, телевизор посмотри, Милена. Давай, беги, я сейчас приду. Лучше книгу почитай. А мы с мамой посидим, почаевничаем. Хороший сын у тебя, хороший, умный, на тебя похож. Хотя не родной, конечно. Ты чего? Что стряслось? Помнишь, я тебе рассказывала про мою одноклассницу Свету Шкирман? Конечно, это такая... Она еще, по-моему, не хотела давать тебе разрешение на усыновление, да? Да, и теперь у нее есть все основания его аннулировать. Ты только не плачь, ну, слезами-то все не поможет делу. Пыталась с ней поговорить? Папа, с ней невозможно говорить, она меня ненавидит и откровенно это демонстрирует. Она обещала мне найти повод лишить меня опекунства, и она меня его лишает. Мамочка, что с тобой? Ты что, плачешь? Нет, мой хороший, нет, нет, что? Ты что, чего? Ты, мой хороший, ну чего мне плакать? Мы с дедушкой сидели, шутили, он меня рассмешил, и я теперь вот смеюсь до слез. Ты сейчас иди досматривай, я к тебе приду, и мы с тобой вместе потом обязательно что-нибудь посмотрим, хорошо? Да. Да. Все хорошо. Да, тут надо думать. Надо думать. Ладно. Иди, а я пока здесь покопаюсь. Так, с ее стороны что получается? С ее стороны получается наличная заинтересованность и предвзятое к тебе отношение. А за это можно и наказать. Кто мне поверит? Тебе никто. А вот аудиозаписи. Аудиозаписи. Так, где он у меня? Вот. 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 Пап, это что? Радио? Это устройство для записи и воспроизведения речи с целью ее дальнейшего прослушивания. В миру называется диктофон. Да я понимаю, я думала, просто вот как-то микрофон под рубашкой, наушник в ухе. Про шпионов насмотрелась фильмов. Ты бери, пока дают. У меня просто диктофон есть в телефоне. Наше дело предложить, а ваше дело отказаться. Ну ладно, пап, ну ты чего? Спасибо за идею, я обязательно использую. Серега как? Видеть его не могу больше, попросила съехать. Послушай, тебе решать, но мужик он хороший. А то, что морду полез за тебя бить, так это нормально. Я сам бы так сделал. Ладно, пап, мы поедем. Приедете, я сразу мне позвони. Угу. Денис! И это, в машине башкой верти во все стороны. Знаешь, сколько дураков на дороге? Хорошо, Владочка, спасибо, пойдем. Денис! Я провожу. Давай, давай, иди сюда. Thank you.
Дай посмотреть. Всем здравствуйте. Привет. Привет. Слышь, урод, что твой батя моему наплел? У меня на месяц комп отобрали, а вместо айфона вдали вот это. Скажи спасибо, что он без шнура. Ты что, нарываешься? Отстань, очкастая! Я обещал маме не драться, но если ты не перестанешь грубить, то... Ой-ой-ой, страшно, маменький сыночек! Костян, хватит приставать к нему. Он же тебе ничего не сделал. Вы что, теперь на его стороне? Да при чем тут это? Он же вроде нормальный. Ты с самого начала к нему первый начал приставать. И Ксюше! Да пошли вы все! Обед! Ярославская, ты читать не умеешь? Так утро ведь. Я позавтракать не успела. И да, кстати, если ты пришла умолять не подавать прошение, зря стараешься. А поговорить можно? Валяй. Скажи, а из-за чего ты мне мстишь? Из-за наших школьных разборок? Отчасти. Из-за Виталика? Это же бред. Так, все, хватит. Слушай, миллион лет прошло, я забыла уже даже. А я не забыла. Так ты из-за него мне мстишь? Да, из-за него. Ты разрушила наши жизни. Теперь я разрушу твою. А ты как думала? Можно вот так вот просто взять, увезти у меня парня, потом выйти замуж, усыновить ребенка и быть счастливой? Хрен тебе. А чего это ты улыбишься? Чего? Просто услышала все, что хотела. Ну, если услышала, то вперед из песни. И больше сюда не приходи. Да, кстати, вещи мальчика можешь собирать уже сегодня. Он скоро отправится в интернат. Слышишь, а тебе ребенка не жалко? Злопамятная, неудовлетворенная, одинокая стерва, которая живет только прошлым. И знаешь, я совершенно не удивлена, что Виталик так быстро тебя забыл, и что ты до сих пор одна. Так тебе и надо. Всего доброго, Светлана Юрьевна. Ну-ну. У тебя все в порядке? Нет, у меня ничего не в порядке. Ярославская, ты права, я злая, неудовлетворенная стерва. А еще я толстая и старая. Перестань, тебе же всего 35. 36. Так, Свет, пожалуйста, ты успокойся. Ты успокойся. Ты что? Все будет хорошо. Все будет хорошо. Ничего не будет хорошо. Слышишь, ничего не будет хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я же всю жизнь завидовала тебе. Всю жизнь, Ярославская. Ты вот умница, красавица. А я? За тобой пацаны табунами. А у меня все, что у меня было, это Виталик. Я любила его, я замуж за него хотела, а ты? Свет. Ты прости меня, пожалуйста. Правда, прости, я назло его тогда увела. Но если бы я знала, что у тебя к нему так серьезно, я бы не посмела. О, если бы ты знала, насколько серьезно, как все серьезно. Я бы с этого случая закрылась, ушла с головой. Учеба, потом работу, а теперь вот, видишь,
По иронии судьбы решаю, кому давать разрешение, а кому не давать. А сама-то... Сама никого не могу усыновить. Почему? Потому что я одинока и зарабатываю копейки. Так, все. Все. Уходи, я не хочу, чтобы ты видела, как я плачу. Уходи. Свет. Давай, до свидания. Сидеть. Здравствуйте. Я к вашему начальнику. У нас нельзя с животными. В смысле? Максим Леонидович очень любит собак, так что не надо мне этого. Он на месте? Вы записаны? Нет, но он будет рад меня видеть. Тогда ничем не могу помочь. Сидеть. Молодец. Слушай, пойми меня, это вопрос жизни и смерти. Вить, проводи мужчину. Я могу записать вас на завтра. Так, пожалуйста, не подходи. Я знаю кунг-фу. Могу быть очень опасно. Так, что здесь происходит? Витя, ну отпусти. Максим Леонидович, тут ненормально. Погоди. Вы же охранник из рекрутинговой компании. Я говорил, что он меня вспомнит. Да, не столько вас, сколько пса. Ух ты, красавец. Рики, кажется, да? Да. Ну как, он не перекармливаете? Я не перекармливаю, да. Ну, что вы хотели? Что-то с собакой? Нет, с собакой все нормально. Я по поводу презентации. Просто дело в том, что... Стоп. Мы с вашим боссом уже все решили. К сожалению, ценности наших компаний кардинально отличаются. 5 минут. Дайте мне 5 минут, и вы измените свое решение. Вить, пропусти. Прошу. Рики. Рядом. Спасибо. Витя. Рики. Пойдем. Вау! Какой у вас лифт большой. Прошло, я его забыла уже даже. А я не забыла. Так ты за него мне мстишь. Дай за него. Ты разрушила наши жизни. Теперь я разрушу твою. Мамочка, мамочка! Представляешь, сегодня такое было. Костик начал ко мне лезть, но я сдержался. А потом весь класс за меня заступился. Видишь, как это просто. Ты большой-большой молодец, и я тобой очень горжусь. А что с тобой? А что со мной? Со мной все в порядке. Ну, я же вижу, что что-то не так. Сынок, все сложно. Когда-то очень давно я сделала одного человека несчастным. И теперь этот человек хочет сделать несчастным меня. И я знаю, как эту проблему решить, но тогда этот человек станет еще несчастным. А зачем делать людей несчастным? Может, лучше делать людей счастливыми? Может. И по истечению контракта из-за нулевой текучки кадров доходность вашей фирмы вырастает на 100-150%. Ну, что я вам скажу? Мне нравится ваша стратегия. Можете подавать документы нашим аналитикам. Но в одном я уверен, решение будет положительным. Эта стратегия не моя, это стратегия Ярославской Марины. Вот как. В таком случае ваша Ярославская Марина поработала на славу. Спасибо. Максим Леонидович, есть еще кое-что. Я изучил перечень услуг вашей компании. Мне кажется, вам не хватает немножко актуальности. Что? Я объясню. Просто в наше время существует столько крутых вещей, которые могли бы расширить возможности вашей курьерской службы. Например, доставка дронами. Мы думали об этом. Все это очень сложно. Надо привлекать специалистов, обучать персонал. Это же целое направление. Так что... Просто вам не хватало человека, который на этом собаку съел. Пап, это точный адрес? Да, спасибо, да? Да, спасибо, все хорошо. Денис, вернись в машину. Добрый день! А Виталик Крючков здесь живет? А кто спрашивает?
Это Марина, одноклассница его. Привет, Марин. О, Виталик, привет, я тебя не узнала. Ну, богатым вряд ли буду. Какими судьбами? Мимо проезжала. Решила заглянуть. О, где? А как ты узнала, что я здесь живу? Я эту халупу только полгода назад в карты выиграл. А ты не женат, да? Что? Да нет. Все как-то... Ну, ты же помнишь, я всегда был немного замкнутым. Трудно мне найти общий язык, особенно женским полом. А я на днях встретила Свету Шкирман. Помнишь ее? Ну, конечно. Мы же с ней встречались. Я ее после выпускного таки не видел. Но частенько вспоминаю. А, тоже тебя вспоминаю. Да. Вот мы с ней сколько проболтали, столько она о тебе и говорила. Никак забыть не может. Видимо, любовь так и не прошла. Любовь, да? О чем ты? Я думал, у нее там уже семья, дети. Нет, что ты. Она одна. Поехали к ней. Сейчас? А почему нет? Поехали. Да она будет рада. Не-не, я так не могу. Да. Ярославская, ну чего ты сюда таскаешься? Тебе заняться больше нечем. А у меня для тебя небольшой сюрприз. Не надо мне никаких сюрпризов. И да, кстати, за пацана можешь не переживать, живите себе на здоровье. Ты не будешь подавать прошение? Я? Нет. Ну, мальчик же не виноват, что мы с тобой мужика не поделили. Да и, как ты говорила, прошлое надо забывать. А я как раз по поводу прошлого. Угу. Сейчас, одну секунду. Любимая, ты помнишь до сих пор? Виталик. Рукоплескания смутили его и заставили почувствовать былую неловкость. Но вскоре это прошло. Щенки продолжали свою возню, а белый клык лежал на солнышке и, полузакрыв глаза, медленно погружался в дремоту. Мам, можно я открою? Можно. Сережа привез. Это тренировочная, потом тебе куплю игрушку посерьезнее. Денис, пойди там поиграй, мы поговорим с Сережей. Привет. Привет. Вот 12 тысяч, как договаривались. А Шкирман? Не поверишь, она оказалась нормальным человеком. Получается, что в моих услугах ты больше не нуждаешься, да? Получается, не нуждаюсь. И за ним мне надо ответить. Да, Петр Сергеевич. Марин, привет. Поздравляю. Клиенты подписали контракт. Здорово, рада за вас. У вас все? Представляешь, к ним заявился твой муж
Уж не знаю, что он там наобещал Стахову. Мой муж? Интересно. Петр Сергеевич, если вы закончили и... Нет. Ну подожди. Ну я был неправ. Тоня рассказала и о сыне, и о муже. Я очень рад. И мне не плевать на то, что происходит у тебя в жизни. Это правда. Вы тоже меня простите. Я, дурочка, сбежала, ничего не объяснила. Надо было сразу вам все рассказать. Ой, ну вот хорошо, что все разрешилось. Сережа, твоему спасибо. Представляешь, я его уволил, а он нашу сделку спас. Так что поздравь его от меня с новой должностью. С какой должностью? А он что, еще не похвастался? Он предложил Стахову новое развитие в бизнесе. Доставка, ну, вот этими летающими каких-то... Дронами. Ого, точно, дронами. Так вот он лично будет развивать это направление. Ну что, Марина Сергеевна? До завтра. Ты же будешь? Да, Петр Сергеевич, я буду. Но при одном условии. Гибкий график. Я хочу больше времени проводить с сыном. По рукам? Сереге привет. Все хорошо. Все хорошо. Сергей, у тебя? Да, и в прекрасном настроении. Да. Здравствуйте. Марина Ярославская. Школа. С Денисом опять проблемы. Вы можете приехать срочно? Что случилось? А, видите ли, это не телефонный разговор. Вы как приедете, сразу в спортзал идите. Да, сейчас буду. Передай, меня срочно вызвали в школу. Угу. Денис, ты тут? Привет. Привет. Ты как здесь? Позвонил какой-то мужик из школы и сказал, чтоб я приехал. Странно, мне тоже. Эй! Откройте. Эй, здесь вообще-то люди. Я знаю, поэтому и закрыл. Денис, это ты? Денис, с тобой все в порядке? Нет, мои родители разводиться собрались. Что тут хорошего? Сыночек, милый, открой, пожалуйста. Не открою. Я же вижу, что вы друг в друга влюблены. А вы как дети не можете в этом признаться. Знаешь, никто не собирался. Просто кто-то... У нас чертовски умный пацан. Да, точно. Да. Знаешь, он прав. В чем? Да во всем. Например? Мы боимся. А чего мы боимся? Да всего. Например, я... Что? Ну, к примеру... Что? Если бы я когда... Ну скажи это уже! Я люблю тебя. И я тебя.
все, вроде сработало. Что-то они затихли. А ничего. В их случае это тоже хороший знак. Не боясь. Спасибо, Андрюх, тихоня. Ну ладно тебе. Мы же детдомовские. Может, у них что-то случилось? Вряд ли. Ого. Поверь, старик, у них все хорошо. Ладно, творишь, я тебе ровно еще.